Vielleicht die Panik. Hallo Camilla. Yeah, we hear the link is not working and thanks Anton, and now you can stream, I think. Yeah. Rimi Hacke, ja, der ist leider rumgefahren. Naja. Bauernsport Fanseite, alles ist hier. Ja, der Thomas Deichsel. Dankeschön, ja. Also wie gesagt, heute nicht da, kein Rimi Hacke. Servus, habe die Ehre, ja, die Heike und der Roland Christian, habe die Ehre. Christian Simonsson, hallo, to Sweden. Hello, Swedish legend. Hello, Niklas Wattmann. Ja. Wie ist das Projekt? Ja, vielleicht muss mir was Neues erfallen, Thomas. Ja. Aber sowas helfen wir nicht alle zusammen. Wenn ich nicht will, dann geht es. Ja, Wochenschlag. Aber die Ehre. Jetzt fällt mir der Pfaffenschlager-Spruch vom Harry nicht mehr ein. Wie heißt der Pfaffenschlager-Spruch, der Harry? Der Pfaffenschlag ist ein Königreich, und rundherum liegt Österreich. Genau, tut's gern. Pfaffenschlag ist ein Königreich und rundherum liegt Österreich. Genau. Сейчас, ребята, посмотрим, как голос, не голос, как пойдет. Вообще, я пока не могу понять, почему 17.05 времени, они все еще на цикл не покупаются. Немцы так и будут здесь сидеть. Парад, что, где, как, или мэр опаздывает. Ну, хотя бы, что он зашумело. Смотрим пока так. Das hätte jetzt auch nicht mehr gebracht. Ja, все, отлично, что слышно. Платовский старший, он седой слева в кепочке. Антон Платовский старший. О. Что у них там дождь опять похоже начался. Вот он, Антонин Платовский, легенда Чеслава. Шап здесь же ходит.
Немцы что-то говорят. Заливает метанол. Вальтер Шнитсбауэр. Try to find a place for the live stream now. Yeah. Да, Микка Ятсонин садится на мотоцикл. Номер один. Это явки Ревема будет. Мотик Бенни. И главное, чтобы трансляция у них не сорвалась. Самое интересное, там вот этот Женевец мне скидывал, показывает, что все ссылки, все камеры работают, все на том же канале показывают, но тот канал максимально все заблокировал. Вот, тоже неплохая позиция. Конечно, не мультикамера будет, все равно не найдем там повтор. Vier Hits filmen wir jetzt mal von hier. The first vier Hits, I make from this position. Надеюсь, батарейки у немцев хватит надолго. Но сегодня народу уже не так много, сегодня еще и дождь, погода отвратительная. Хотя вдоль заборов люди стоят в большом количестве, а на самой трибунке не так много. Но может на трибунке есть какое-нибудь место, куда сходить погреться, поэтому сегодня мы особо не стараемся, просто смотрим гоночку и получаем удовольствие. Все как полагается. Стартовые номера, кстати, мне касались старые, новые они не перевешивали. Как вчера на чемпионате Европы выступали, так получается есть. Старт. Готов к старту. Поехали. Смотрим. Симон со старта должен быть лучше. Мика Ятсонин со старта был лучше. Но Симон, Бенни подбросил, Бенни удержался. Франц Майбюхле второй. Да, Бенни третий. Ятсонин четвертый. Ох, как они там, бедолаги, летят прям. Не знаю, прям вот это. Обычно на духе летят, не так. Вода летит в душ. Еще и дождь идет с неба. Вообще прям огонь. Пока все без изменений. Харальд Симон лидирует. Ятсонин сильно отстал. Последний круг, все без изменений. Вираж перед меньшим, Бенни поехал атаковать Франца Майбюхле. На нем Франца Майбюхле не пришел, оглядывается Симон. Симон 3, Майбюхле 2, Бенни Дикмон 1 и Мика Ятсонин 0. Пока что как-то так. Так, кто нам звонил? Виталий Хамитевич нам звонил. Надо сейчас немножко перезвонить, пока спортсмен уезжает. Белая, Ник Шап, желтая дорожка. Я думаю, тут Дмитрий
должен все сделать уверенно. Все покажу им. Поэтому пока смотрим. Хорошо, что появилась картинка. Хоть какая-нибудь. Еще раз спасибо. Спасибо немцам. Их смотрит сейчас 150 человек, и у нас 375. Ну, поэтому я говорю, не спеша. Так, в режиме просмотра, что судья не дает разрешения на старт. Normally these guys are filming. Вот, вот у них показывают, как есть это. Сейчас у него российский. Что такое? Включает сигнал. Что-то опять не так. Что такое? Что-то судья на старте побежал. Говорит, что что-то не по правилам. Непонятно, что, что произошло. Мы сейчас все исправим. Не-не-не, снова показывает, что... В чем вопрос-то? Лопаты нет. А, посередине держалки нет. Да, вот в чем беда. Все, столько времени решали какой-то бытовой вопрос. Теперь что? Еще какие-то вопросы? Еще что-то показывает, что назад немножко спортсмена сдвинуто. Они же под дождем стоят, мокнут. Ну что, блин, убивать спортсмена? Я сейчас стал не там. Пошел наконец-то. И поехали. Дмитрий Сальяников со старта уверенно прям на вираже. О, как Дима уехал. На второй позиции Яспер и Вема. Ник Шап и Михаил Кнап на четвертой. Дмитрий Сальяников уверенно лидирует. Пока что никаких проблем у Сальяникова не случится. Яспер и Вема также второй. И борьба с Дмитрием. Нам пытается атаковать позиции Никашапа. Смотрим. Возможно, какие-нибудь изменения может. Дальше. Никшап пока что Михаил Кнап четвертый. На полкруга среди Соляников обгоняет Кнапа Никшапа. Яспера Вема оглядывается тоже. Обогнал и нет, все-таки Ник Шап 1 балл. Соляников 3, Яспера Вема 2, Шап 1 и Кнап безрезультатно. Показывают, что-то показывают. Ну ничего, нормально. Хоть что-то видим, и картинка даже неплохая. Нормально. В принципе, все понятно. Стас Кэп, давайте пока сообщение почитаем. Селика, привет. Привет, Макс. Россия рулит. Данки дофу. Можно по-русски. Тяжело. Они, кстати, это не смогут прочитать. В эфире сейчас. В этом. Поэтому. Лукас Утла. Шадрин, привет, привет, Антон, привет всем, Виктор Алексеев, привет отдельный, привет всем Питера, Сукла пробует старт. Так, кстати, кто у нас? Владимир Фадеев в заезде, участвует Джимми Олсен, Фадеев, Кутла и 17 номер, а кто у нас под 17 номером? У нас есть волшебная табличка, сейчас мы просто возьмем и посмотрим. Под 17 номером, Йосайтер. Да. И по дорожкам Йосайтер, Джимми Олсен, Владимир Фадеев и Лукаш Кутла. Ну, Володя. Под дождем, наверное, Володя. А вот мокрый снег, похоже, пошел. Володя под дождем, наверное, никогда не гонял. На, спросить его будет по приезду в Россию. Ощущение от того, когда ездишь под дождем. Поехали. Смотрим. Ух ты, у Володи точно надо поработать со стартом. Джимми Олсен пока что лидер, Владимир Фадеев второй, Лукаш Кутла третий. Смотрим, Володя надо атаковать. Володя на прямой, все еще не догнал Джимми Олсена. Джимми Олсен после вчерашних падений и ремонта мотоцикла, переднее крыло, видно, все еще у него мегаладовское,
заднее крыло самарское, и вот в Володе нашел калиточку, и да, молодец, был объехал Джимми Олсона. Джимми Олсон едет вторым, третьим едет Лукаш Кутла, и Йоса Этера, Рокин Рольчик, едет четвертым. Подбрасывает, оглядывает Джимми Олсон, восстановился со вторым местом, еще круг. Вчера Джимми Олсон в Инстаграме выкладывал видосики, что у меня все хорошо, что руки шевелятся, живой-здоровый. Гараж перед финишем, Олсон пытается рисковать, но Вова молодец, уехал с учетку, сделал. Фадеев 3 балла, Олсон 2 балла, Кутла 1 балл. И Йоса Этера без результата. Так, это будет сейчас у нас чистка льда? Нет? Нет еще, по-моему, один заезд. Лимон Рингшем? Да, хит 4. Интервал. Нет, все-таки чистка льда, да, по 3 заезда будет. 3 заезда чистка льда. По итогам первой серии. Харальд Симон 3 балла, Дмитрий Соляников 3 балла, Владимир Фадеев 3 балла, Франц Майбюхля 2 балла, Яспер Вема 2 балла, Джимми Олсен 2 балла, Бенедикт Мон 1 балл, Ник Шап 1 балл. Интервал. И без баллов Мика Йетсенен 0, Михаил Кнап 0 и Йоса Этера 0. Баллов не набирает чуть льда. Ник Шап довольно идет, показывает козу. Здесь телевизоры прикрыли, показывает только основную схему заездов, кто каким едет. В прямом эфире мы смотрим ту же самую табличку, что сейчас видят на стадионе. В этом плане голландцы все-таки молодцы, вот умеют они вот это сделать хорошо. Вот они по результатам, у кого сколько баллов, все четко, все по делу. Красота, молодцы голландцы. Ну вот, тут же в закрытом парке есть возможность посмотреть. Давайте пока сообщения почитаем. Пока лед будут чистить, не чистить, а мыть лед будут. Отмывать лед. Бенедикт Мон пошел на трек посмотреть что-то. Тракторов на треке не видно. Прям не видно тракторов на треке где-то. No bond cleaning. Так, и что? Без чистки обойдемся, что ли? Вода с неба идет, и так пойдет. Что-то непонятное происходит. Погода дождливая. Это в Германии гонка? Нет, это гонка не в Германии, это гонка. Michael Chonis. No, this is usually not their track. This is. Польша, слушаем, что говорит. Like in Berlin. This cooling things under it, only for winter. Ага, он говорит, что здесь такая же технология, как в Берлине. Что ну, холодильники работают до весны, поэтому лед поддерживается. Ну, тракторов не видно, чтобы кто-то ездил, что-то чистил. Но тут написано, что чистка должна быть. Ладно, сообщение почитаем пока что. Линии нарисуются дальше. Ну, может быть. Привет всем из Питера, спортсмена удачи, Сергей Сараев. Привет, Питер. Екатеринбург здесь, Макс, Надежда, отдельный привет, как всегда. Традиционный уже отдельный привет, AG, всем привет, Уфа тут. Да, кстати, AG вчера так и не написал, как зовут, поэтому. Дальше читаем, Юрий Баринов, Тольятти с вами, люблю халявку, загадочный человек. Каменск тоже здесь, Фадеев вперед, привет, Тюмень на связи, Миш Кузьмич. Фадеев, молодец. По три, да, точно по три едут. Наши ребята сила. В Польше гонка. Думают мыть или подметать. Ну да. Мыть или подметать. Ну смотрите, дождь усилился. Только что пролетали снежинки какие-то такие тяжелые, мокрые. Сейчас просто начался дождь. И стоят, думают, что делать, похоже. Потому что ровным счетом ничего не происходит. Люди стоят под елками, смотрят. Тот самый вираж, где вчера Владимир Фадеев улетел вместе с Даниэлем Хендерсоном. Ну, здесь народа сейчас значительно меньше. Люди грамотные пришли с зонтиками. Поэтому, да, привет. Повторы будут. Повторы берутся и делаются мышкой. Отматываешь назад,
И все, вот тебе во втор. Сегодня трансляция прям, ну как прям, спасибо за то, что она есть. Потому что знаю, все, кто позвонил, все знают, всем ссылку я отправил. По-моему, никаких вопросов ни у кого это не осталось. Я с Первема, чем-то недоволен, ходит, размахивает руками. Может, призовые хорошие, поэтому они там готовятся выезжать. Ну, смотрим, мотоцикл Ник Шапа, все спортсмены на лед приглашаются. Укатывают. Возможно, будут ждать, пока дождь пройдет. Потому что сначала Бенни Дикман вышел на лед. Сейчас Яспер и Вема, Ник Шап с отцом Джоном Шапом на льду. Мотоциклы закатывают в закрытый парк. Может, у них прогноз погоды есть какой-нибудь? И поэтому... Hello, Jasper. Hello, Deutschland. Yeah, hello. Tell everything. How is the track? Track is quite okay, but they was planning to do the... after four heats, the cleaning. But no one is agreeing because they should make, they have this different system, so they should clean after three heats because otherwise some riders have to go one heat after the other heat. Yeah, yeah, understand, yeah. So and also the engine's getting too hot and clutch getting too hot, so it's better that we track хороший, но... make now the cleaning and then, the ice, and okay. then three. Ah, okay. Он говорит, что изначально было 4, and now запланировано 4, сейчас сделали 3 и чистка льда. And they clean now. Okay, thank you for update. Но сейчас вроде говорят, что опять поедут четвертые, и потом будет чистка льда. Что-то непонятно. Димон Бриховский, он сейчас правила узнает. Наверное, higher was in it, aber in dem winter nimmer. Не. Может, проще по-быстрому сразу устроить там финальный заезд. У кого 3 балла, те молодцы, и погнали в финал. Мне кажется, нас это всех устроит. Решает, ходит, мокнут под дождем. Jasper. Ник, say, how is the track? The track is better than yesterday. The ice is harder because there's no sun and less day. It's colder overnight. Yeah. Трек лед говорит жестче, чем вчера. Сегодня нет солнца. Yeah. The sun was the whole day on that corner and it was really soft. But today it will be better. Very good. Mm-hmm. And it looks good. You have a hard fight with the Polish driver. Yeah. It's knapp and... I feel a bit of pain in my arm because the crash of yesterday. Yeah, no. Now it's getting better. Ты сегодня, говорит, привет с Напа. Да, я, говорит, забыл вчерашнее падение. Good luck. И сегодня уже ехал более уверенно. Апропо камера, Кендруди. Тот самый дяденька, про который я вам рассказывал вчера, который на велосипеде в 80 км в одну сторону, чтобы продегустировать эль, это Шац Руди. Этому дяденьке 80 лет, альпинист, велосипедист, комсомолец, все спортсмены пошли на лед. Что происходит, непонятно. Чистки льда нету. Гонки нету, спортсмены в закрытых парках, трансляция идет. So, it's a fantastic moment, Franz. Anthony Platowski. Was born it vorher. Franz Maybüchle на заднем плане. Это может быть, кстати, даже это, не знаю, кто знает, это отец Франца. Может быть, он с его мотоциклом стоит рядышком. Вот потому что помогает. Либо это механик, либо отец, либо механик. Ну ладно, пока разговариваю, давайте сейчас сообщение почитаем. Потому что происходит что-то непонятно, что происходит. Как Эдик узнал меня? Антоха, как Эдик узнал меня? Не знаю. Мы с Эдиком, Эдик на гонку уехал, больше с ним не разговаривались. Как у них это образовался? У них искусственный холодильник снизу стоят. Голубев Андрей, Уфа. Голубев Андрей, привет. Андрей, будем знать. Антон, привет из Иркутска. Спасибо тебе большое за возможность смотреть мотогонки. Александр Варибрус. Ты, Патрик, Александр Варибрус, отдельный привет. Вот как-то с гонкой пока непонятно, что происходит. Вот, трактора выехали. Наконец-то чистка началась. Не чистка, да, это мыть лед. Вова Фадеев сидит под крышей, механик Каменского Уральского, мы видим, стоят капюшонов в куртках, накинувшись. Здесь тенты, а там высокая крыша, и косой дождик может быть потихонечку залетать. Так, передали бразды правления. Фэдди Дебауэр, крестный отец голландского Людова Стебея. Тот самый Фэдди
Федя. Улыбчивый, довольный мужчина. Так, пока смотрим дальше, читаем. У нас уже снова дождем. Да, Шадринск на связи. Привет, Шадринск. От Глазова привет. Дмитрий Собянин, привет. Огромное спасибо. Антон, ну пожалуйста. Вальтер Шнитцбая. И Руди. Да, зовут Руди. Они не знают, что это не фотография. Ну, люди в возрасте, что можно себе позволить. Как эта штука работает, до конца не понимают. Поэтому нормально. Владимир, спасибо за видео. Спасибо немцам за видео. Мы как бы особо ничего не делаем. Только ретранслируем, как вчера. Привет из Луховиц. Антон, привет. Татьяна, привет. Артур Сабиров, привет. Там, видишь, сегодня Star Girls нету. Поэтому без Star Girls смотрим вон на это. На пожилых людей в закрытом парке. А что случилось? Да, что-то непонятно, что случилось. Вроде как бы должны были чистка льда начаться. Вот один трактор сейчас ездит, а второй трактор ездит. Начали чистить лед. Сначала хотели сделать чистку льда после 4 выездов. Потом решили сделать чистку льда после 3 выездов. Сейчас непонятно, что, где, чего. Вот, все ходят, смотрят лед. По-моему, так отсюда даже видно, что лед там вполне нормальный. Там Фрэнки Цорн кипишу поднял вчера, там опять вышла статья, что там безумные финские гонщики, да как Акиала Рики Мяки можно допускать до выездов, да он несет угрозу, ту-ту-ту-ту-ту-ту, а еще меня швед там подрезал в наглую и снес, я такую серьезную травму получил, а потом встал, пошел в закрытый парк пешком. И как-то там не очень хорошо про Фрэнки выразились, так скажем, большинство гонщиков и представителей, ну, как команд гонщиков. Вот, сказали, что надо вести себя достойно, что тот финн, который несет всем угрозу, он падает, поднимается и едет. Что Гарри, у него было серьезное падение, сколько он пролетел вчера, кто помнит, от стартовой прямой куда-то вперед улетел прям. И ничего, поднялся и поехал. А Фрэнки Цорн один раз дали по заднему колесу, ну, спору нет, через рулем перелетел. Но травму никакой не получил, как бы в лучшем случае жопчик отбил и все. А тут кипишу поднял, развел. Поэтому непонятно, что и как. Но мы видим сегодня, Аки Аларики Мяки не участвует в гонках. Фрэнки Цор не участвует. И Лука Бауэр тоже отказался от кубка. Поэтому... А тут мытье льда. Да. Читаем дальше. А сегодня тоже гонка. Да, сегодня кубок мэра Саннака, получается. Сегодня, ну, коммерческая, это правильно называется, гонка. Поэтому кубок мэра Саннака. Das Ringe ist nicht schön. Слушаем интрошум пока что. Что там происходит? Не сильно понятно. Так, ну да, читаем дальше. От Цорна пора на пенсию, при всем уважении к нему. Ну да, если тебе становится страшно заниматься этим видом спорта, то конечно, надо задуматься. Как кто-то сегодня написал из команд, честно не помню кто, надо задуматься о том, чтобы пойти уже и на нормальной работе поработать, а не только Red Bull рекламировать. Это таблица 12. Да, по-моему, на 12 гонщиков. Я не знаю, ссылка скопируется или нет. Если сейчас я попробую, скопирую, если получится. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Неправильно посчитал, наверное. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Не знаю, что-то неправильно посчитал. Ссылочку сейчас я скину. Будем надеяться, что 12 заездов. Да. Так. Я надеюсь, что откроется ссылочка. Да, в чат закинул. Читаем. Проводит спидвей в непонятном мокром месте. Ехали бы в Шадринск и гоняли бы себе с удовольствием по идеальному льду. Спору нет. Надо также поговорить с мэром города Шадринска и сказать, давайте проведем кубок мэра города Шадринска. Вот в Саннаке проводят
Кубок мэра Саннака. А почему бы нам в Шадринске не провести? Кубок мэра Каменского-Уральского, кстати, знаю. Мэр Каменского-Уральского смотрит, был даже в Тольятти, приехал посмотреть чемпионат мира. Да, вполне такой болельщик уважаемый. То есть вполне может провести кубок Каменского-Уральского, мэра Каменского-Уральского. Я думаю, сейчас эта идея понравится. Глядишь, мы увидим потом какие-нибудь коммерческие гонки. Ребята, не забывайте про лайки, пожалуйста. Да, сегодня ладно. Сегодня мы так, на расслабоне, просто в хорошей компании смотрим гонку. Вчера было мультикамеры, все красиво. Сегодня, благодаря немцам, вот мы смотрим гоночку. И тракторов сегодня меньше как-то, и чистят они не спеша. А нашим парням надо гнать, домой гнать. А, потому что наши парни выезжают скоро. О, выезжают, им надо ехать в Вятские поляны на Суперлигу. Ну, Вова Фадеев, да, в Суперлиге Вова Фадеев уже не участвовал. Он на вышке участвовал. Но все равно Дмитрий Соляников, он Дмитрий Бриховских. Поэтому. Поэтому, да, ждем. Так, тут мне сейчас секундочку пока что мы. Herr Michael, ich kann gar keine WhatsApp starten. Also arschkalt, Regen und der, der mal ein Telefon an den Weg. Der, der mal einen Schirm hält, ist auch nicht da. Geh rein. Danke, Rainer. Так. Смотрим. Ja. Люблю халявку. Все, ну, работает ссылка. Люблю халявку. Какая ссылка работает? Что где работает? Непонятно. Раньше были соревнования на призы главы Республики Мордовия. Да. Евгений, да. Надеюсь, скоро все возобновится в Мордовии. Почему нет? Потом устанут отчитываться, куда бюджетные деньги потратили. А как раз почему нет? Отчетное мероприятие, спортивное мероприятие. Участвуют спортсмены. Развитие спорта в городе, мне кажется, вообще не должно быть никаких проблем с отчетами. Ну, это как бы виднее, но ВАЗ-2110 разыгрывали. Ну, тогда это был крутой автомобиль, спору нет. Шадринский четырку разыгрывали. К Урал, Каменск-Уральский, видимо, с вами, про кубок мэра. Мне понравилось, Соня. Ну, хорошо, давайте дружно напишем сообщение, что хотим так же. Так, эта таблица 13 лет меньше колется. Да, Юрий Поликарпов, отдельный привет. Прям радует, что нас такие люди смотрят. Будет много перерывов и за заезда в заезд, из заезда в заезд. Ну, может быть, Антон, в Полянах будет жара в следующие выходные. Да, согласен. Поляны то наверное, там вообще в восторге должны быть, они едут. Они все так ждали, когда к нам приедут, когда к нам приедут, а сейчас... На самом деле сильнейшие гонщики планеты едут к ним в гости. Плюс еще и легионер один Ханс Вебер, который на чемпионате мира показал, что может. И сейчас все ждут, когда же Ханс Вебер на Суперлиге поедет, точно так же, как он ехал на чемпионате мира. Поэтому будет интересно все посмотреть. Ну и для многих ребят, для наших спортсменов, вообще этот лед будет что-то в новинку. Потому что ребята в полянах много кто не ездил. Поэтому да, не уснуть бы, согласен, Павел. Так, читаем дальше. Драгалин лошадь получил. Да, кстати, Ренат, где-то я такую историю слышал. То лошадей дарили, то свиней, то баранов.
как там такие призы прям были, которые сложно увести с собой. Павел Коротовских, не уснуть бы, ну да, только что это прочитал. Александр Осминин, всем привет из Шадринска, привет. Приору в 2010 году. Хотим также. Ставим лайки. Всего 9 заездов, затем перезаезды и финал. Антон, тебе реально уже давно пора отдать должное, ты молодец. Скорейшего процветания вашему каналу на ютубе, начало работы свыше $100. Ну, нет, хочу, канал процветает, почему нет? Нас все устраивает, все отлично. Смотрим гонку, сидя в кресле. Сегодня смотрели Кристину Сетникову по телевизору. Вот, как бы там, да, какие-то проблемки с интернетом были, но в целом все хорошо, все понятно было, где что как едет. Шахматку перед глазами главное держать, и все, и никаких проблем. Поэтому Данила Федотов, привет с полян. Данила Федотов, привет. Я понял, что ты не Даня Федоров, ты Даня Федотов. Сегодня я прочитал правильно. Так, Шадринской респект и уважуха. Хотим также, Миш Кузьмич. А сегодня что опять? Что? Сегодня кубок мэра Саннака. 12, два на связи. Ребята, поддержим лайком. Да, нет, сегодня мы не заморачиваемся. Сегодня можно без лайков, сегодня мы просто смотрим гонку и все. Смотрим, Яскер Эвема выезжает. Лукаш Кудла выезжает. Ник Шап выезжает. Эвема что-то попытался, видимо, впечатление по кругу. И Бенедикт Мун выезжает. Давайте посмотрим. Таким дождем это все может скоро в бассейн превратиться. Погода, конечно, там ужасная. Погода отвратительная. Ну все, все готово к старту. Это у нас получается четвертый заезд. Лукаш Кудла, Бенедикт Мун, Микшап, Яскер Эвема. Ехали, Банистарт проспал, Лукаш Кудла на старте был хорош. И у Эвемы желтая дорожка, поэтому Лукаш Кудла на первом месте. И так уверенно уезжает от Эвемы. Бенедикт Мун четвертый, по внешнему не пытается объехать Микшапа. Ему это удается. Бенни, смотрите, начал разгоняться. Костян с Хансом Вебером сейчас наверняка что смотрят, оценивают езду подопечного. И Яскер Эвема погнался за Кудлой. Кудла всю ночь что-то колдовал, варил раму, переваривал. Бенни оглядывается, видит, что оторвался уже от Ника Шапа прилично. Да, спортсмены подрастянулись, но Эвема приближается к Кудле. Кудла подбросила, Кудла удержался, Эвема подбросила, Эвема удержался. Последний круг. По внешке Бенни пытается атаковать позиции Эвемы. Последний вираж, Эвема будет залезать сейчас под Кудлу. Нет, Кудла все сделал грамотно. Ох, срывает Бенни. И главное, что там объехали Бенни, что это показывает. Бенни объехали, да. Бенни рисковал, не зря Бенни ходил туда. И по баллам Лукаш Кудла получается у нас 3 балла. Яскер Эвема 2 балла, Ник Шап 1 балл и Бенедикт Мун допустил падение, дисквалифицирован, снят с заезда. Да, все спортсмены, все в порядке. Поэтому, да, заезд будет принят. Это 100%. Смотрим, укатывает мотоцикл у Бенни. Кто Бенни помогает, я не вижу. Шацаруги, по-моему, это идет. Да, Шацаруги выбегал к Бенни. Бенни Дебар выбегал к Бенни. Ну и тех парней мы не знаем. Шапочки прикольные у чехов. Прям прикольные, с помпушками. Чехия написано. Надо как-то будет закупить себе такую же. Национальные сборные Чехии шапки. Если Чехия затереть, то можно России написать. Франц Майя Бюхле выезжает на лед. Вова Фадеев выезжает на лед. Йо Сайтра. Рок-н-ролльщик. И Нап появляется на льду. Да. По дорожкам Фадеев, Майя Бюхле, Сайтра и Нап. Вот так вот.
уходит. За девушками, помню, там должны будут закрыть тюк поставить. Там еще мужчина с камерой стоит. Мужчина с камерой и с оптическими проводами тоже хочет уйти. Перекидывает провода. Закрывает, ставит тюк. Судья на старте внимательно за всем этим следит. Последил. Смотрите, будет дождь идет. На самом деле, конечно, бассейн ведь будет скоро. Скоро будет бассейн, передовый сигнал. Сигнал, поехали. Вот Боба Фадеев молодец. Вот тут сейчас к старту никаких вопросов нету. Сделал все четко. Фадеев первый, Франц Майер Дюхля. Перемещается на вторую позицию. Ее сайт разведет. Басик на четвертый. Да, Вова Фадеев уехал в отрыв. Без вопросов. Смотрим, пока борьбы никакой нигде не предвидится. Кто как может. Михаил Ахнапов сильно подбрасывает. Видно, что у него какие-то, видимо, все-таки проблемы. По внешке к нам пытается приблизиться к Гесайтре. И где он? Владимир Фадеев. 3 балла. Франц Майер Дюхля 2 балла. И Гесайтре 1 балл или еще один круг. А, да, это был последний круг. Гарана. Я думаю, все равно не будет. Владимир Фадеев. Теперь уже точно 3 балла. Франц Майер Дюхля 2 балла. Ее сайт 1 балл и СНАП безрезультатно. Да, теперь все точно так. Так, это у нас какой был по счету заезд? 5-й получается, сейчас будет 6-й заезд. В 6-м заезде встречается Джимми Олсен красная дорожка, Харальд Симон синяя дорожка, Дмитрий Солянников белая дорожка и Мика Едценин желтая дорожка. После него, по идее, должна быть чистка льда. Мывка льда, отмывка льда. Смотрим. So, Jimmy Olsen. Джимми Олсен появляется на льду. Сольяников. Самара, тольяттинский мотоцикл у него. Харальд Симон, Сольяников и Мика Едценин. Здесь гонщик. Джимми Олсен, да. Самара, Тольятти. А как? Кто помнит, как называлась команда в Самаре? Самара Рейсинг Тим, да, как там было написано, да, где-то у них на комбинезонах. А какое-нибудь название было, как Мегалада, там где-то Шас, или Самара Рейсинг Тим, так и называлось. Все готово к старту. Видите, Солянников, желтый, а белый нашлепник. Третья дорожка. Последнее приготовление. Поехали. Вот Джимми Олсен со старта, как хорошо поехал. Но Сольяников на входе в вираж был первый. На выходе тоже. И Симон на прямой атакует позиции Олсена. Сольяников лидирует. И вот борьба за вторую позицию. Симон перемещается на вторую позицию. Джимми Олсен по внешке пытается атаковать позиции. Но что-то у него это не очень выходит. Мика Едценин четвертый, сильно подотстал. Мика Едценин, видимо, надо мотор поменять. Да, оглядывается Джимми Олсен, похоже, он уже смирился с третьим местом. Понимая, что гоняться за Харальдом Симоном будет крайне тяжело. А Харальд Симон потихонечку подъезжает Солянникова. Ну, я думаю, Дмитрий Солянников все контролирует. В нужный момент оглянется. Да и дистанции осталось полкруга проехать, поэтому без вариантов, скорее всего, будет. Вираж перед финишем. Дмитрий Солянников 3 балла, Харальд Симон 2 балла, Олсен 1 балл. И вот только-только Мика Едценин 0 балла. 1 point Jimmy Olsen. 0 балла. 0 points Mikko Jetson. Все, сейчас у нас по регламенту чистка льда, а мы пока что сейчас баллы посмотрим. У кого сколько баллов? Владимир Фадеев 6 баллов, Дмитрий Солянников 6 баллов, Харальд Симон 5 баллов, Лукаш Кутла 4 балла, Франц Майер Дюхля 4 балла, Яспер Вема 4 балла, Джимми Олсен только 3 балла, Ник Шап 2 балла, Йо Сайтер 1 балл, Дэнни Дикмон 1 балл,
Микка Йетценен 0 баллов, Михаил Кнап 0 баллов. И Жири Вилтон, скорее всего, как запасной гонщик, пока что не выезжал. Все стоят, общаются, чехи между собой общаются. Все, мы тоже можем общаться. Спасибо немцам, что они держат в дождь телефон уверенно. Молодцы немцы. Справляются с поставленной задачей. Самара Стрит Рейсинг называлась команда Володя Чекмарев, ее создавал. Самара Стрит Рейсинг, точно? Ледовый спидвей и стрит рейсинг — это же разные направления. А какой заезд? Так, давайте, я что-то пропустил. Пропустил, давайте дальше. Так, а сегодня опять чемпионат Европы. Это мы уже прочитали. Нет, сегодня кубок Мара Санака. Ребята, поддержим лайком. Еще раз, сегодня лайки не обязательно. 172. Люди, вам жалко палец вверх нажать. Ну, кто как хочет. Захотели, нажали, не захотели, не нажали. Сегодня мы не напрягаемся. Диме Соляникову привет из Тюмени. Обязательно передадим, когда увидим Дмитрия. Привет из Новосибирска. Антон и Татьяна, огромный респект за все, что делаете. Владимир Черников. Приятно, спасибо, Владимир. А какой заезд прошел? Ну вот только что закончилась, получается, вторая серия. Всего будет 4 серии. И по 3 заезда в серии. Телевизоры даже у них оборудованы тряпочками. Вальтер Шлицбауа. Вальтер Шлицбауа. Тоже подошел посмотреть. Там же и рекламка, там же все как полагается. Так. Вся беда в том, что лайки могут ставить только те, кто подписан на канал. Да нет, неправда. Лайки могут ставить все, кто зарегистрирован. Не обязательно быть подписанным на канал, чтобы ставить лайк. Если вы зарегистрированы на YouTube, не имеет значения, подписаны вы или нет. Спасибо, Женя Фадеев. Много огонечков, ручки вверх. Димон, Бицуха и взрывчики. Отнять шапку у чеха. Ну, как вариант. Сгоняем в Чехию, отнимем шапку у чеха. 6. Да, так это уже вторая серия прошла. Именно так, вторая серия только что закончилась. Шадринс с приветом. Ну, звучит странно, но пусть Шадринс с приветом будет. Показывает Владимира Фадеева. Володя Фадеев стоит подальше. На него дождик не попадает. Да. Те ребята в палатках вообще за дождик не заморачиваются. А вот под высокой крышей, где Владимира Фадеева стоит мотоцикл, так, трактора мы видим, поехали. Питер Янсен идет. Он с Джимми Олсеном и Даниэлем Хендерсоном. Вчера разговариваю, у Даниэля Хендерсона старая травма. Вот Владимир Фадеев уверенным шагом куда-то направился в сторону льда под дождем. А, он табличку пошел посмотреть. Посмотрел табличку, что-то потерял, что-то поймал. Что-то пророс, наверное, Владимир Фадеев. А, нет, Володя ходил, смотрел, какой на шлемник ему надевать сейчас на заезд. Специальная сумочка, красный убрал, желтый достал. И сейчас у Владимира Фадеева будет желтая дорожка. Там кто-то на заднем плане, ее сайт, рок-н-ролльщик, приседает. Физические упражнения, разминает ноги. Ноги забиваются, как будь здоров. Так, смотрим дальше. Тут полос дорожек не видно. Ну да. Тут надо вообще, как бы, фиг знает, влетаешь в воду. Надо узнать, как на Шипово на мотоцикле с такого планирования. Насколько хорошо они лужи держат. Всем привет из Шадринска от пивных войск. Ну, Владислав, конечно, такие войска, да уж. Ему же сейчас ехать. Да, он в первой серии выступает, Владимир Фадеев. Давайте посмотрим, кто у нас будет в следующем заезде ехать. Харальд Симон, красная, Михаил Кнап, синяя, Бенедикт Мон, белая, и Владимир Фадеев, желтая, да, точно. Точно, сейчас поедет. Much luck and much fun in Övik. Матчлак, да, Овик вспоминает. Там nice сегодня же закончится. А, нет, не в Овике. Стрёмсон вчера было. Сегодня где-то последняя гонка личного чемпионата Швеции, Кубка Швеции. И там, скорее всего, там Стефан Свенсон, ему надо набрать всего 1 или 2 балла за всю гонку, и он тогда уже точно становится чемпионом Швеции, обладателем Кубка Швеции. Стефан Свенсон.
вчерашнюю гонку в Стрёмзинге выиграл Уви Лидстрём. Уви Лидстрём, вернее, был вторым. Стефан Свенсон был первым. Вот. Ваню Иванову крупно главным показывает. Владимир Фадеев. Жирко Вилл сидит. Антоний Клатовский старший. Дает какие-то рекомендации с кофеечком. Учит молодежь, как правильно мотоциклы собирать. Биотуалеты, скорая, стол. Все, что видим, то и говорим. Костя, здорово, Костян. Здорово, Костян, отдельный привет. Хансу. Вова опять куда-то пошел. Уже не такой уверенной походкой Вова пошел. Антон, я о том, что смотрят много, лайки бы и рады поставить, но не могут. Ну и ладно. Я говорю, сегодня это не принципиально. Антон, привет всем. Привет, ребята, хорошая трансляция. Спасибо большое немецким друзьям, которые сделали. Вот те вот ребята, которые ходят с камерами, они делают сейчас трансляцию. Но Польша как-то, я не знаю, сейчас все трансляции вот того канала, которые были в интернете, они доступны только на территории Польши. Сколько ссылок не искали, к Алексею Полянцеву обратились, ко всем, кто знает, где какие ссылки искать. И как-то никто не смог помочь. Написал немцам, говорю, спасайте, ребята, нам нужна ваша помощь, делайте, пожалуйста. Амбрелла, корпорация, обитель зла, зонтик из амбрелла, все видели, да, у них шапка. Вот, и все, немцы согласились помочь, поэтому отлично. Happy birthday, Jirka. Happy birthday. You are number 13 today. What do you say about yesterday European Championship? Жилки Вилда, день рождения? Вон шапочка, со стола дергаем и бежать. Сейчас немцу напишем, он так и сделает. It was really bad luck. Normally you have more. It was a Hello, Anton. Stupid day for you. On German, Charlie Schneebner support. Yes, yes. Special hello with Charlie Schneebner. Yes, I'm very happy. Charlie Schneebner, we await you in World Championship, European Championship. Next time it will very get sadly, better. You are not start in this season. We cross the fingers. I hope very for good. Next year will be another. Yeah, and Ralph, special hello to you. I know you every time read right in our group in Facebook. It's very nice. Юрий Поликарпов, в Берлине всегда дождик. Да, в Берлине тоже всегда дождик. В Саннаке тоже всегда дождик. В Берлине не было пару гонок, когда там было солнечно, но один из дней обязательно дождь. VPN пробовали. Как бы там суть-то в том, что все эти анонимайзеры, качество картинки будет отвратительное. Поэтому трансляцию в хорошем качестве через VPN и анонимайзеры показать достаточно проблема. Да, вот как-то так. Смотрим, читаем дальше. Владимир Черников написали. Подписка нужна, не жалко же подписаться. Ну, тоже верно. Тебе тоже от Ханса привет. Ханс, Гутен Морген. Или уже не Морген, Гутен так. В Берлине всегда тоже это прочитали, VPN прочитали. Как так лайки не нужны? Ты так не говори. Все, я так не говорю. Лайки нужны и все такое. Это Польша. Костян, я, кстати, узнал про тренировки. Понедельник, вторник, 10 утра, Каменск-Уральский, тренировка, ФИЗО. В среду выезд из Каменска. Поэтому Ханс, если он хочет прокачаться вместе с одним из чемпионов, welcome, как говорится. Куда-то немец с камерой пошел. А, он пошел Артуру Сабирову показывать Старгелс. Точно, точно. Вот что он хочет сделать. Наверняка он только ради этого и сюда пошел. Какие-то ограждения, заборы стоят. Сесурити везде, сесурити. А этот чувак с камерой просто прошел куда захотел. И все, его даже никто не остановил. Вот как так? Так бывает. Так, да тебе спасибо за труд. Ну, мы сегодня не трудимся, мы сегодня в мягком кресле. Сидим, чаек, кофеек, смотрим трансляции. Немцы вещают, немцы молодцы. Мы ретранслируем. Все прикольно. Спасибо за трансляцию, Дарекон. Коршунова, привет. Да-да, спасибо большое, Антон. Да, привет. Привет из Краснодара. По возможности Вове передай привет.
от Антохи из Краснодара, пожалуйста. А какому Вове? Вов много. Владимир Владимирович, тоже Вова. Вова Фадеев, Вова Лумпов. Вова Ноздря, но какому Вове передать привет? Мы передадим обязательно. So, es winkt jetzt leichter. Дождик стал меньше. Ну да, на самом деле, вроде бы вообще перестал дождик идти. И смотрим, Вова Фадеев появляется наверху по желтой дорожке. Занимает стартовую позицию. Карл Симон. Нап. Ой, Фадееву все хорошо. Вова Ленин, да-да-да, и ты. Андрей, Вова Ленин, ну да, он говорит. Владимиров у нас в России много. Или где? А, все, Артур, ты пропустил. Все, вот, договорились с немцами, сказали, надо ради Артура это показать. Он прошел, показал все, как полагается, а ты не стал смотреть. Момент упущен. Так, кто? Харальд Симон. Илкнап, Бенедикт Мон и Владимир Фадеев. Привет, Краснодар, да. Привет. Готов к старту. Поехали, очень долго ленточка стартовала. Вова Фадеев выскочил под самую ленточку, но Харальд Симон с красной дорожки, но Вова, давай держать Харальда, блин, Харальд на более выгодной позиции. Вова, давай аккуратненько, поехали, выезжаем от Гарри. Нет, Гарри, смотрите, не сдается. Гарри все еще на более выгодной позиции. Не сдает позиции Гарри. Ну вот тут, да, тут молодец Вова Фадеев. Сместился чуть-чуть внутрь, перекрыл дорожку Гарри должен был перекрыться, он только третий. Борьба за первую позицию все еще возможна. И КНАП только КНАП уже четвертый. И уже сильное отставание. Вот тут от ремонта Вова Фадеев. Молодец, поехал. Поехал уезжать от Симона. И Симон, да, сильно подотстал. Последний круг. Вове надо оглянуться. Если Симон далеко, да, вот он Вова оглядывается. Понял, что Симон далеко. Аккуратненько. Вираж перед финишем. И Владимир Фадеев 3 балла. Карл Симон 2 балла на заднем колесе, Бенедикт Мон 1 балл и Михаил Кнап безрезультатно. Это видео немцами снимается, да? Видео немцами снимается. Звучит, конечно, это видео снималось немцами. Да, вот качество трансляции упало, кубики появились. Ну, так бывает. Мы хотя бы видим что-то, что происходит. Вот сейчас получше станет. Медленно спортсмены покидают. Как-то не торопясь прям покидают по лужам, наверное, ездить не очень удобно. И смотрим, кто у нас. Франц Майбёка, красная дорожка, Яспер Лема. Синяя дорожка, Микко Йоцанин. Белая дорожка, Джимми Олсен. Микко Джинсон. Jimmy Olsen. Да. Und der Franz Meyerbühler. Так, тут уже начали это не тебе смотреть, а девушек выглядывать. Мы смотрим за заездами. Ну а девушки потом. Франц Meyerbühler, красная дорожка. Ема, нашлемник. Микоедный, белый нашлемник. Да, Jimmy Olsen. Поправляет амуницию, последнее приготовление, проверил вариантик. Пикает мотоцикл. И все готово к старту. Раз мы тут уже вошел мотоцикл, сделал, я на старте все проверил, все увидел. Ох, ёкнуло. Вот, трансляция закончилась, нет, трансляция продолжилась. И кто? Джимми Олсен со старта, по-моему, Яспер Вима второй, Микоедзе третий. Майбюк перемещается на третью позицию. Все кубиками, ничего не понятно. О, Джимми Олсен,
Яскир Ивьяма переместился на первую позицию, Франц Майзюкер второй, Мика Ецанин третий, Джейми Лоссон, техническая проблема, да, вот у него останавливается в стартовой линии. Едут какие-то кубики, первый из этих кубиков это Яскир Ивьяма, это точно. Но не отстает Франц Майзюкер, не отстает. Да, он понимает, что с Яскиром Ивьямой можно побороться. Внутри очка, на прямой я первым чуть-чуть уехал. Франц меняет траекторию на наружную. Я первым перекрывает дорожку снаружи. Франц не меняет траектории. Снова хочет на хорошем ходу проехать Вему. Но это снова не получилось. Вираж пересечен. И смотрим, нет, не меняет траекторию. Я первым 3 балла. Франц Майбюхе 2 балла. Мика Ецанин 1 балл и технический сход. Технический сход от Джимми Олсона. Самара, Тольятти мотоцикл подвел. Но неудивительно, вчера сколько здоровья у Джимми Олсона. Поднял мотоцикл так одной рукой, повернул его легонечко и поставил, покатил сам. Фига себе, это прям надо хорошо здоровье иметь, чтобы вот так вот легко поднять мотоцикл, одной рукой не заморачиваясь. Взять его под мышку и развернуть. Здоровяк Джимми Олсен, шведский викинг. Писал сообщение, приглядим, будем ждать снова девчонок на трибунах. Да не очень, да, не очень бы европейский профи получается мериться с нашими юниорами. Володя Молоток, да? Володя Молоток, все четко. Володя, да. Молоток, юниор. Все сходится. Дмитрий Соляников появляется на льду. Торпеда Шашадринск. Красный нашлемник. Микшап синий нашлемник. Лутер Тупла белый нашлемник. И Кирсайдер желтый нашлемник. Дмитрий Соляников по красной дорожке. Тремя европейскими кончиками. Управляет мотоцикл Дмитрий Соляников. Смотрит на сетку, втыкает мотоцикл в лед. Проверил передачу, ухо втыкает мотоцикл. Шап скачет на мотоцикле. Рок-н-рольчик уже давно готов. Я на старте смотрит куда-то в область главного судьи. Получает ему разрешение специальное. Проверяет стартовые позиции перед спортсменом. И поехали. Дмитрий Соляников. Уверенно, уверенно со старта, но посмотрите, кто это, не видно, кто это, Лукаш Кутла. Лукаш Кутла вчера выглядел как-то не так, а сегодня со стартом уже второй раз он показывает плохой старт. Третий Микшап и четвертый Йосайдер, рок-н-рольчик Дмитрий Соляников. Уехал от Лукаша Кутла и напрямую просто уехал, я не знаю, как ракета не мог учиться. Да и вчера он также мчал, просто напрямую типа уезжает. Борьбы не предвидится. Спортсмены подрастянулись, может быть, рок-н-рольчик дотянется как-нибудь до третьей строчки. Ника Шапа, но нет, далековато, далековато едет. Последний круг, станции не хватит. И только показали рок-н-рольчик последний круг, буквально через несколько секунд Дмитрий Соляников уже финиширует с 3 баллами. 2 балла у Лука Шугла. 1 балл Микшап и Йосайдра без результата. Кутла 2 points, Микшап 1 point. И что у нас по результатам? Смотрим, что у нас по результатам. Владимир Фадеев 9, Дмитрий Соляников 9, Харальд Симон 7, Яспер Вема 7, Лука Шугла 6, Франц Майбюхля 6, Джимми Олсен и Ник Шап по 3 балла, Бенедикт Мон 2 балла, Мика Ецанин 1 балл, Йосайдера 1 балл и Михаил Кнап 0. Так, интересно, а здесь как? Два полуфинала написано, значит, надо попадать в топ-8. И там будет два сильнейших гонщика из топ-8 выходить. Так, наверное, такие правила. Скорее всего, два раз полуфинала написано, значит, правила точно такие. Так, все, успеваем читать дальше сообщения на трибунах. Ура! Покажите красавец, пожалуйста, ура!
Быстро ушли девчонки, ну да, шведский викинг, да не говори. Ну, шведский викинг, да, кто видел мотоциклы, рядом подходил. Можно, кстати, да, конкурс провести, зайти в шадринский клуб, Торпе нашелся сказать, ребята, кто из вас может одной рукой поднять мотоцикл и развернуть его, причем так хорошо поднять. Антон, привет, а почему рок-н-ролльщик Роман Колтаков? Роман Колтаков, отдельный привет, потому что он давно занимается рок-музыкой. У Йосайтера прозвище, у него татуха на пальцах набита, рок-н-ролл. Группа Uncle Leo называется, на ютубе есть там как-то это, и он по Норвегии с концертами катается, они выступают, такой хард-рок играют, прикольно, кстати, мне нравится, можно послушать, как вот такая, ну, добротная классическая рок-группа прям вот заходит, поэтому Uncle Leo, дядя Лео, Норвегия, и там рок-н-ролльщик крупным планом в клипах на басухе играет. Все всегда так. Девушки заинтригуют и сбегут. Не знаю. Все всегда не так. Чтобы девушка не сбежала, нужно ее в ЗАГС вовремя привести. Потом ей сбежать становится значительно тяжелее. Чистка льда? Да, чистка льда. У нас, получается, остается последняя серия. Последняя серия остается. И надо топ-8. Владимир Фадеев, Дмитрий Солянников, Харальд Симон, Яспер и Вема. Четверо. Лукаш Кутла, Ханс Майбюхля, Джимми Олсен и Ник Шап. Это дальше. Ну там как бы по 3 балла Джимми Олсен, Ник Шап, Бенедикт Мон. И они встречаются. Так, это кто у нас? Лукаш Кутла поедет вместе с Бенедиктом Моном. Есть вероятность зацепиться, потому что вместе с ним Мика Ерценен и Кнап. Так, а Джимми Олсен у нас 3 балла. А Джимми Олсен как раз поедет со всеми лидерами, с Ивемой, Соляниковым и Фадеем в одном заезде. Бедолага, шведский викинг попадает под замес. Ну, извините. Правила не мы придумывали. Так, почитаем сообщение. 609 человек на сайте смотрит, плюс в эфире там 118 человек, чистка льда. Сильно не заморачиваемся. Уральцы рулят. Привет из Каменска. Привет, Каменск, уральцы. Чтобы не бегали, надо замок заинтриговать. Тоже верно. Очень хорошо сказано, Андрей. Буквально вот мы обсуждали это в чатах недавно совсем, про заинтриговать. Лед чистится. Ничего интересного не происходит. Саннаки. Дождь прошел недавно. Сейчас, похоже, солнце не выглядывает. Елки зеленые стоят. Трава посередине зеленая. Сейчас вот эти трактора доедут, дочистят. Гонка закончится, они выключат холодильники. И здесь будет футбольное поле. Ну или гаревая дорожка. Вот немец пошел куда-то. Куда пошел немец, неизвестно. Пока что прямо. Раскатистой походкой. Немец без стабилизатора показывает сверху, как выглядит толпа народу. Все смотрят экран. А, Франц Майбюхля, он все же смотрит как раз, да-да-да. Ему надо край привозить. 3 балла, 2 балла как-нибудь цепляться за полуфиналы. Интересно, мэр Санака насколько щедр? Надо будет поинтересоваться по призовые, сколько было объявлено призовых, в принципе, за участие и там за места, или как очковые там дают, или чисто за, ну да, за места. Бенедикт Мон стоял в кепочке. Патрик, электрик, он с моей фронт, что там в Шведен пассирует, если стать интересен. Говорит по-немецки. Где? Кетте, а. Еще раз говорю по-немецки. Костян, Костяна, вы знаете батю Франца Майбюхлера? Вот в синей курточке, шапочке с Вальтером. Он стоит. Взрослый мужчина такой. Теперь он будет шведский викинг. Все, шведский викинг. Спору нет. Ливонский орден, шведский викинг. Можно без ЗАГСа. Можно, Артур, спору нет.
Вариантов-то всяких разных много. Типа рок-н-ролльщика. Елена, я потерял, теперь он будет шведский викинг, типа рок-н-ролльщика. Ага. Шведский викинг. Ну, ее сайтер, он не шведский, он норвежский викинг. Seven Land. Семь земель. Пять огней, семь земель. Шайба мы здесь. Yes, a transmission chain. Вообще-то балдежный гон. Торт, бургер, я потерял суть беседы. Чего? Как? Где? This it is. This means next time he is on the track again. Chain, yeah, that's very good. Okay, have it. The Herbie. О чем-то разговаривают, о чем разговаривают, непонятно. Жду, пока лед почистит. Chain is broken, Chain is broken, сломалась цепь у Джимми Олсона, скорее всего. Да-да-да. Порвалась цепь у Джимми Олсона. Симон о чем-то разговаривает с Вальтером Шмидтбауэром. Ходит. Ну, дождик, да, успокоился. Весна на горизонте видно. Мика Йетсонен стоит. Смотрит. Финский гонщик. Немец вздыхает. Только что Томми Танни прошел в черной курточке, тоже финский гонщик. Думаю, кто вот в черном это за Мика Йетсонен, он ушел в правую палатку. Томми Танни. Года 3, в 19-м, по-моему, году, или, да, в 19-м году, если не ошибаюсь, завершил карьеру на гонку в Инсе, сказал, что все достаточно. Франц Майтбекер стоит, подтягивается, разминается. Мотоцикл зачем-то Мика Шапа выкатили. Джон Шап стоит, сторожит мотоцикл. Ну, дождя опять нету, Лукаш Хутла стоит, табличку смотрит. Все цивилизовано, три телевизора, все в прямом эфире. Почему у нас так не сделать? Надо тоже три телевизора купить, повесить, и дальше уже дело техники, ничего хитрого. Бенедикт Мон пошел посмотреть, видимо, какой у него будет нашипник в последней серии заездов. Ребята в красных, оранжевых, наверное, медбратья. Все смотрят, все ждут на стадионе, что-то начали говорить. Ник Шап уверенно хромающе пошел. Камера плавающая, то слева, то справа. Это эффект такой присутствия на стадионе. Да, Радек Хутла, отец Лукаша Хутлы. В капюшоне Хутла что-то разводит руками, разговаривает с ним о чем-то. Там вон телевизор стоит с красным микрофоном. Красной шапочке человек с телевизора начинает выкатывать мотоцикл Ясперы и Йомы. Значит, да, вот сигнал прозвучал, значит, сейчас будут заезды. Чистка льда закончилась, четвертая серия, не торопясь, хорошо сегодня идет, все прям хорошо, без лишнего всего вот этого вот слетов, улетов. А кто у нас? Банни? Банни только привалился. И Джимми Олсен технический исход был. В остальном как гонка проходит тихо, спокойно. Прям главное, чтобы не сглазить. Музычка заиграла. Кто еще пишет про рок-н-ролльщика?
Привет, Шадринский из Владивостока, Полина. Лукинских, наверное, Лукинских. Я имею в виду, Кликуха прилипнет, но шведский викинг, почему нет? В Швеции были викинги, в Норвегии были викинги, в Дании были викинги. В общем, прикольно, гонки по льду, но под дождем. Гонки по льду, но по лужам. Под дождем. А где-то в Финляндии тоже чемпионат проходил по лужам, они прям гоняли. Там прям совсем было, там не было искусственного этого холодильника, искусственный лед там не поддерживался. И они там прям по лужам ездили и по такому рыхлому снегу. Привет всем из Алматы. Владис Чеми. Подуны сегодня не едут. Ну, кстати, да. Кто чаще падал? Хотя нет, Олсен вчера падал. Симон вчера падал. Сегодня как-то уверенно едут. So, и Джимми Олсен появляется на льду. Sweden is on board. Sweden on the board. Number 10. Владимир Фадеев, Яспа и Лима, и Писаренко должен быть, да? Лима уже попадал по зоне. И да, Писаренко, долгая дорожка. И Лима, Фадеев, Волсом, Солянин. Смотрел еще бы за вчерашним Фадеевым. Да, они, кстати, вчера были, если же откроете нашу трансляцию на YouTube вчера. И самый-самый конец, там буквально 3 минуты до конца трансляции, там поляки делали какую-то нарезочку. И там моменты были. Антон, я думал, это вы рядом снять меня снимаете. А, нет, нет. Антон, привет, Тополяна собирается. Мы вчера это уже обсуждали, мы смотрим, у нас заезд. Потом все обсудим. Тема Фадеев, Фулсон, Солянин. Оп. Золотая дорожка, Дмитрий Соляников стартанул, поехал хорошо и уехал. Фадеев второй, а вот борьба за третье место. И Вема обходит Олсена. Олсен сместился наружу. Видимо, какие-то проблемы с мотоциклом или что-то. Этот поскакал, может быть, где-то как-то. Но Олсен по внешке пытается объехать Вему, набирает хороший ход. Но идет мягкий, держак есть. О, Олсен очень закрывает газом, чисто внешне. О, рисковал Джимми Олсен, стреляет тюк. Упал Джимми Олсен, поднялся и сразу же пошел за фитый фар. Не закрываю экранчик у мотоцикла. Ну, видно, что Джимми Олсен рисковал, спорол тюк. Явно недоволен Джимми Олсен. Костылем зацепил даже два тюка. Будет перезаезд без Джимми Олсена. Механик побежал. Фаши на льду помогает запускать мотоцикл Дмитрию Соляникову. Кто-то говорит Дмитрию Соляникову. Димон, это прям хороший коллектив. Ручку протер. Смотрим за работой механика на льду. Что делает Димон? Из кармана что-то достал. Что-то где-то крышечку, наверное, открывает. Будет подливать топливо. Да, берет 5-литровую бутылочку и подливает топливо. Да, что-то Дмитрий Соляников говорит Дмитрию Брюховских. Димон слушает и заливает. Вою Фадееву тоже подливает. Ваня Иванов какие-то дает рекомендации, что нужно сделать, как, что. Мы видим, на заднем плане укатывает мотоцикл Джимми Олсона. Я с первым ослед с мотоцикла. Самое главное, что дождик кончился. И парни сейчас не под дождем стоят, мог. Иван Иванов что-то махнул. Вова рулем попробовал из стороны в сторону. Руль покачал. Все вроде бы хорошо. Укатывает мотоцикл. Петр Янсен идет с какими-то запасными частями. Или это от тюка, то, что оторвалось. Кто механик Джимми Олсена, было видно не очень хорошо. Но есть время почитать, что пишут. Вова Газу. Антон, привет, в Поляну на следующей неделе собираешься? Возможно, собираемся. Не знаю, не решили до конца. Пусть будет сюрприз. Так, февраль, Уфа. Лужи гоняли перед гонкой. Да, кстати, было. Было же точно такое. Симон еще как едет. Вчера он навернулся прилично. Железный Гарри из
ебаем, вода железной гари, тут вообще... Я помню, это было в Казахстане, когда ногу-то ехал Мартин Харахилтонен. И Гарри просто там стоял, у него кровь капает из-под комбинезона. Он армированным скотчем себе ногу перематывает, садится на мотоцикл. А причем Хара, он был согласен с тем, что его снимают с заезда. Он уехал в закрытый парк, но судьи говорят, что Хара не виновен и отправляет Симона в закрытый парк. И там что-то как-то Симон так прям сильно негодовал, прям вот так негодовал. Ну, то есть он замотанной ногой хотел быстренько проехать заезд и все. У нас тоже такие ребята есть. Там Вася Несытых в Каменске давал жару с распиленной рукой. Но у нас тем временем перезаезд, все готово к перезаезду. Поэтому, да, Гарри это такой мужик, который может... Судья нас даже смотрит. На главного судьи, скорее всего. Все, получил разрешение к старту. Разводим руки. И поехали. Смотрим. Очень плохо видно, но на выходе из виража Дмитрий Соленников первый. Владимир Фадеев второй. Я с перерывом третий. Но я думаю, я с Кирилл не будет опираться. Вова Фадеев смотрит, да, поехал туда по траектории Соляникова. Если Соляников уехал на приличное расстояние к Вову Фадееву. Вова Фадеев оглядывается, видимо, он смирился со второе место, потому что все равно будет полуфинал. Потом даже еще финальный заезд. Зачем лишний раз знать, он уже точно попадает в полуфинал. Дмитрий Соляников также уверенно лидирует. Владимир Фадеев. Спортсмен отправляет на последний круг. Яспер, я думаю, тоже согласен. С одним баллом, тоже без вариантов, согласен или нет. Дмитрий Соляников 3 балла, Владимир Фадеев 2 балла. И Яспер. Яспер, давай Яспер. Все. Вон там лайк поставили Ясперу только что крупным планом. Яспер и Вема 1 балл. И для Соляникова основная серия заезда закончилась 12 баллов. Максимальный результат Фадеев 11 баллов. Проиграл только Соляников. Яспер и Вема 8 баллов. Пока что Яспер и Вема на третьей позиции. Но еще не выезжал Харальд Симон. Харальд Симон в следующем заезде поедет Ник Шап по красной дорожке, Йосайтра, синяя дорожка, Франц, Майя Бюхля, белая дорожка, Угари, желтая дорожка. Ну и Франц, Майя Бюхля тоже ему надо бороться, чтобы попадать в полуфинал. Надо попадать. Джимми Лосон. Квалифицирован. Джимми Лосон на 3 балла и останется. Ник Шап, если поборется, заработает 1 балл. Тоже, по-моему, попадет в полуфинал. Да. Восьмерка может успеть любой. Опять какая-то пауза. А, ну где вот любые табличка? Оператор все еще снимает. Да, он опять забыл, что тут гонка. Ник Шап поднимает руку и говорит: товарищ, мы ждем только вас. Мужчина хватает провода. Выбрасывает провода куда-то там. Давайте тебя дали еще. Все уже ушли давно. Закрывает калитку. Уходят. И все, разводят руки. Поехали. Ровный старт. И Франц Майя Бюхля, да, со старта уехал первым? Нет, Йосайтер был первым. Ник Шап. Симон на второй позиции. Тут какая-то борьба даже была. Харальд Симон сейчас будет набегать Ника Шапа. Харальд Симон сейчас на первой позиции. Ник Шап смотрит в область двигателя. Какие-то проблемы, может быть, у него. И Франц Майя Бюхля приезжает. Нет, не приезжает. Но попытался объехать. По внешке Франц Майя Бюхля атакует позиции Ника Шапа. Майя Бюхля переместился на вторую позицию. Йосайтер только четвертый.
Франции меня выиграл. Едет, едет за Харальдом Симоном, по внешке набрал хороший ход. Харальд расслабился. Последний круг, хватит дистанции или нет? Франц Майбехля, чтобы объехать Симона. Вот тут подбросил по Францу, тормозил Симон, открылся. Ну и тут Гарри надо просто аккуратненько финишировать. Да, еще и Гарри, да, руку перекрывал. Харальд Симон 3 балла, Франц Майбехля 2 балла. Ник Шап 1 балл и Йосайя Сарапет результат. Так, смотрим, что у нас по табличке, что у нас по изменениям. Дмитрий Солянников, Владимир Фадеев, Харальд Симон 3. Я с перебивом переместился на 4-ю строчку, и мы видим, что уже Дмитрий Солянников выбрал, похоже, красную дорожку. Как-то жеребьевка, похоже, проходит без всех участников, просто спрашивают. И Владимир Фадеев в полуфинале выбирает красную дорожку. Они поедут по разным полуфиналам. Дмитрий Солянников в полуфинале 1 по красной дорожке, Владимир Фадеев в полуфинале 2 тоже по красной дорожке. И Бенедикт Мон, Лукаш Хутла появляется на льду. Франц Майбюхля, Лукаш Хутла, Ник Шап. Франц Майбюхля объехал Ника Шапа. У него 8 баллов. Хорошо, может попадать в полуфинал. Точно мимо полуфинала Шап. А, Джим Уолсон все еще пока что в полуфинале. Бенедикт Мон должен сейчас набрать 2 балла или 1 балл, чтобы попасть в полуфинал. Расклад. Теоретически, даже Мика Йетсен, если он сейчас побеждает, то может попасть в полуфинал. Интересно. Так, смотрим, загорелась синяя дорожка. Харальд Симон участвует во втором полуфинале, выбирает синюю дорожку. Вместе с Владимиром Фадеевым он поедет. А в это время приходится на него Лукаш Хутла, Нап и Бенедикт Мон. Надо побороться с Бенни. Так, проспал старт Нап, приходится на него старт был хорош, Лукаш Хутла лучше. Бенедикт Мон, смотрим на вторую позицию, перемещается Бенедикт Мон. Мика Йетсенен, если не ошибаюсь. Кубики, не очень понятно, что происходит. Да, Мика Йетсенен 3-й. И Кнап только 4-й. Лукаш Хутла лидирует заезд. Бенедикт Мон, я думаю, все понимает. Пытается даже атаковать позиции Хутла. Хутла уверенно лидирует. Бенни хочет привести Хутла. Но Бенни 2 балла будет достаточно, чтобы проходить финал. Смотрите, Бенни атакует. Атакует Хутлу Бенни по внешке. Вот оно! Полетел Бенни. Да как так, Бенни? Лишний раз. Нужно было только доехать вторым. Решил атаковать позиции, рискнул. И теперь с большой долей вероятности, со 100% долей вероятности, Бенни финального в полуфинал уже не попадает. Да. Не хватало наставлений, Константин, от тебя, чтобы он там не гнал лишний раз. Вы бы ему хоть смс-ку черкнули, написали, что Бенни, зачем, куда ты так? Нужно только 2 балла. А сейчас смотрим, Бенни, Ник Шап здесь, пометание там же. Бенни сейчас вроде помогает мотоцикл укатывать. Скорая. Бригада скорой помощи не понадобилась. Лукаш Хутла или будет принят финиш. Лукаш Хутла, потому что уверенным шагом уходит в закрытый парк, пока непонятно. Ну а пока какая-то движуха. Давайте опять почитаем чат, что у нас пишут. Так, привет из Ломоты, это мы читали, нарезочку это мы читали, Вова Газу. Так. Симон едет, сглазили, вот вам и падение. Ну да. Согласен, сглазили. Спасибо, Антон, за трансляцию. Еще раз спасибо не Антону, спасибо немцам, которые сделали трансляцию. Миша Сарапулов, Сарапулов. А, Антон, привет, привет. Эли, отдельный тоже привет. Александр Кличников. Сегодня в Полянах. Если бы глушитель у Вани Большакова не упал, то перезаезды были. А гонка была огонь. Борьба трех команд. Да, да, кстати, да. Я момент с Большаковым глушителем пропустил.
Вот. Ну, борьба была. Андрюха Шишегов молодец, вернулся в строй так уверенно. Дмитрий Буланкин поборолся. Прям интересно было посмотреть. Сегодня девчонки теплее одеты, более закрытые одежды. Но сегодня дождь хлещет. Плотненько идут. Да, плотно. У поляков даже судьи на треке защищены поролонами, тюками. Мелочь, а случаи бывают разные. Все верно, Артур. Рисковал бы в полуфинале. Так о чем и речь? Я говорю, и не было же, не было вот такого этого советчика. Я думаю, Костян там сделает выводы и выдаст ему леща волшебного. Ох ты, 717 зрителей уже. Да, 706 мне показывает. Ну, 711 как бы скачет. Прикольно. Смотрит. Количество воспроизведений почти 4000. Число зрителей 718. Я в Инстаграм ссылку кинул. Прикольно. Спасибо. А в Инстаграм куда? В Инстаграм что за ссылка? А мы кинули ссылку в Инстаграм? Мы не кинули ссылку в Инстаграм. Поэтому, ну, извините, так бывает. Ну что так затягивает время? Осталось чуть-чуть в полуфиналы проехать и все. И что? Что тут непонятно? Бенни упал, мотоцикл укатили. Почему спортсмены все еще стоят? Ничего нигде не нарушено. Что ждем-то, господа товарищи? Поехали дальше. Дисквалифицирован Бенни. В заезде будут участвовать Лукаш Кудла, Михаил Цанин в перезаезде и Михаил Кнап. Харальд Симон в синяя дорожка. И пока неизвестно, что да как будет дальше. А почему неизвестно? А потому что ждут, если сейчас Лукаш Кудла приезжает первым, то он в первом полуфинале будет выбирать вторым дорожку после Дмитрия Соляникова. Поэтому там Харальд Симон, ему уже по очкам его не догнать. О, зазвучал сигнал светофора. Хара пацанскую стойку принял. Размялся. Оп-оп. Все готово. Ой, Хара, говорю, все уже. Лукаш Кутла, конечно. Лукаш Кутла. Все готово. Мотоцикл запускается. И поехали. Ждем результатов этого заезда. Если бы Бенни не начудил, то было бы все хорошо. Лукаш Кутла стоит, руки в боки, позирует перед камерами, наверное. Ну что, светофор, аудиосистема прозвучала, светофор, лампочка загорелась. Поехали уже, поехали. Все, можно, говорит, можно. Ну, наконец-то поехали. Кутла садится на мотоцикл, Микаеца не сидит на мотоцикле, на помеханик бегом убегает со льда. И Кнап заглох, потому что, я думаю, механик Кнапа побежал за стартером. Да-да-да, механик Кнапа тащит стартер. Лукаш Кутла уже поехал, я не знаю, здесь есть что-то или нет. Раз эта горка гонка коммерческая, то может быть все что угодно. Мужик с камерой в этот раз более расторопный. Мужик с камеры убегает быстро. Провода перекидывает там. Все готово к этому заезду. Завал Кнап на старте, Лукаш Кутла со старта был лучший, Микаеца на второй позиции, Кнап третий. Ну, я думаю, здесь борьбы никакой не будет, хотя Кнап, смотрите, потихонечку вроде. После неудачного старта пытается прошить Микаеца, но не знаю, насколько у него это получается. Вроде бы все примерно как ехали, так и едут. Расстояние не увеличивается, не уменьшается. Вот лошадь сам Кнап. Он навигирует. Пытался. Как-то Микаеца сильно замедлился, и Кутла замедлился.
И смотрим, кнопка подъезжает все-таки уже. У Хутла какие-то проблемы. Хутла смотрит в область двигателя, последний круг. И у Хутла технический исход. Нет, Хутла продолжает ехать. Он удержался на мотоцикле. Но тут есть прям момент для атаки. Вообще почти остановился Хутла. И Лукаш Хутла. Кнап 2, Микоедценен 1. Явно какие-то технические проблемы у Хутла, потому что прямо напрямую начал терять скорость. Очень сильно начал терять скорость, начал оглядываться, смотреть в область двигателя. И по-прежнему Лукаш Хутла едет, машет болельщиком, но видно какие-то проблемы у него точно были. Ну и Кнап караулил момент, подобрался и объехал. Все отлично. Публика польская приветствует Кнапа, красивый обгон. Пусть он был один. Трансляция у нас немножко подвисла. Слава богам. Все отлично. Потому что сейчас у нас будут полуфинальные заезды. Сейчас, думаю, быстренько спросят у Хутлы, какую дорожку, скорее всего, сегодня. И мы будем смотреть полуфинальные заезды с участием наших красивых. Смотрим, да. Все, Лукаш Хутла выбрал уже синюю дорожку. Франц Майбюхле белая дорожка и желтая дорожка будет у Ника Шапа. Это будет первый полуфинал. Во втором полуфинале Владимир Фадеев. Красная дорожка. Харальд Симон. Синяя дорожка. Яспер Ивема. Белая дорожка. И Джимми Олсен. Желтая дорожка. Джимми Олсен с двумя падениями прошел финальную часть соревнований. Но Джимми красавчик. Михаил Кнап. Да, ему не хватило всего одного балла. Кнапу не хватило всего одного балла. Если бы он где-то как-то более удачно, чем три баранки, привез в первых трех заездах, то, может быть, тоже поучаствовал в полуфинале. Но еще раз Дмитрий Соляников. Первый был полуфинал Дмитрий Соляников. Красная дорожка. Лукаш Хутла синяя дорожка. Франц Майбюхле белая дорожка. И Ник Шап желтая дорожка. Второй полуфинал Владимир Фадеев. Красная дорожка. Харальд Симон синяя дорожка. Яспер Виан белая дорожка. И Джимми Олсен желтая дорожка. Как-то так. Надо почитать сообщение, наверное. Мы надеемся, что с вами Пеппо Шнеклян. Ты Пеппо? Настя Сарапулова. С днем рождения. Нам сказали, у тебя день рождения. Поэтому поздравляем с днем рождения. Харальд Симон Джимми. Слушайте все, кого надо слушаться. Все? Да? Правильно? Правильно сказал? Ага. Особенно папу и особенно маму. Ну там пусть мама решает, кого больше слушаться. Вот. Все по-взрослому. Так, читаем дальше. У поляки рисковал бы в полуфинале. Все, а читать больше нечего? Пока что мы. Смотрим через кульдаун. Дмитрий Соляников показывает у нас. У Димона все в порядке. 3-3-3. 4 троечки. Джимми Олсен, да. Бенедикт Монт был в одном полукруге, не знаю, полукруге от финальной части, но Бенни сам там дал леща, поэтому пока что, наверное, сейчас, о, показывает Ник Шапа крупно, Соляников, обсуждает, где кто какой, где кто как, смотрим гонку, так Артур, гонки нету. Чистка льда наступила. Франц Майбюхле, молодец. Достойно поворолся, заехал. Нужны такие гонки в Европе. Потому что европейским гонщикам тоже интересно гоняться не на чемпионате мира, когда они почти без вариантов с русскими бороться там единицы могут. А здесь, в принципе, гонщики равные по уровню. И погонять с равными по уровню, почувствовать, как это побеждать, пусть даже в слабых соревнованиях, это хорошо. Анастасия Бурмистрова, всем привет, Шадринск рулит. Привет, Анастасия Бурмистрова, Шадринск рулит, да, у Ивема, можно обратить внимание, на спине по-русски написано, Ивема, это прям потому, что ему понравилось в России, в дань традициям, мистер Бипо, мистер Железный Гарри, Джон Шап. Механики Кнапа. Франц Майбюхле о чем-то стоит, разговаривает. Ольга Симон на заднем плане, если не ошибаюсь. Димон Брюховских.
знакомые все лица. Посмотришь вот так вот, да, чемпионат. Мэр Кубка Саннака. Знакомые все лица. Вот спасибо отдельно за то, что зашел к нашим ребятам. Дмитрий Соляников, Торпедо, Шадринск. Лукаш Хутла, да, было видно, что у него какие-то проблемы. Колдует с передним колесом. Может быть, колесо подскрустило переднее. Или спицы раскрутились. Потому что прям сильно скорость потерял. И вот они сейчас все втроем у переднего колеса что-то подкручивают, что-то делают. Механики есть у нас? Что там делают? Что происходит? А, у нас Костян механик, конечно. Костян, что они делают? Ну-ка расскажи. Чем они озадачены? Доча рада, ну отлично. Доча молодец. Спасибо, Антон, большое. Да, какие вопросы? Рулит Шадринский Каменск. Да, с ног на голову, всем привет. Анастасия Бурмистрова неправильно сказала, Россия рулит. Здесь, да, здесь Россия. Наш парень Ивема. Да, в доску наш. Разговаривает по-русски более-менее. Ну как более-менее? Базовые фразы он точно знает. Он это может. Почему Уви не поехал на Европу? Потому что Уви на чемпионате мира участвует. Димон Брюховских крупным планом. Димон помахал нам камеру. Голландский Яспер. Тот самый парень, который делает крутые фото. И вот табличку ведет. Именно он все это делает. Он на мире выступал. Да, Уви мысль потерял. Уви выступал на мире. Поэтому на Европу он не поехал. Томми Таня слева был только что. Какую-то булочку вкусную, наверное, кушал. Он на мире выступал. Так, Доча Реда. Дэр Лайвстрим, Ван Полин, Сержет, Хат 10. Чего он Дэ Лау? Не понимаю. Костя, переднее колесо заменили. Ну, проблема с передним колесом каким-то были. Хара же тоже на мире гонял. Вот в Фейсбуке только увидел. Он говорил, я не чувствовал уверенности. И как мы не заметили, у него переднее колесо, покрышка из обода торчала. То есть там или покрышка как-то была изведена, поведена, или не до конца забортована была. И вот это ему не давало уверенности. Почему он в первом заезде упал? Он говорит, как мы это просмотрели, я говорит, не понимаю, поэтому так все и было. Джимми Лоссон только что там показали. Что-то он прям так в закрытом парке жестко себе ведет парень. Прокачивает Инстаграм. У кого есть Инстаграм Джимми Лоссон, зайдите, посмотрите, не пожалеете. Джимми там прям показывает крутые татухи, особенно на среднем пальце. Перевод, прямая трансляция с польского телеканала имеет 10 зрителей и отстает на один пробег. Перевод, прямая трансляция с польского. Не очень понял, о чем речь, но ладно, хорошо. Колесо меняет по ходу. Павел Коротовский. Какая-то женщина прошла в очках, интеллигентной внешности. Пойди до Бауэр, стоит долечивает. Франц Майя Бюхля. Тёма Бурмистров, Торпедо Шадринск. Как же там была поговорка? Сейчас я вспомню. Сейчас я вспомню. Колеса погнуты, рама гнута. А нет, колеса погнуты, рама гнута. Нам все по, мы торпедо. Как-то так было. Бенедикт Мон уже переоделся. Уже осознал, что совершил ошибочку. Это выше, и shit, bitch. Да. Привет, это выше. Это выше. Наш парень Вема. Это был перевод. Все, понял, о чем речь. Прямая трансляция с польского канала имеет 10 зрителей и отстает на один пробег. Ну, так им и надо, сами виноваты. Привет, Святских Полян. Карина. Привет, Святские Поляны. Карина. Та самая Карина. Мы в Полянах же одну Карину знаем только. Не так, Арина Спален? Ну ладно. Тёма Бурмистров что-то написал, что-то удалил. И по зрителям отстает. Да мы вообще не напрягаемся по зрителям сегодня. Мы просто смотрим гоночку. Привет, Артём. У тебя самый красивый мотик. Да. Лена. Это, наверное, тетя, если я не ошибаюсь. Артёма. Самый красивый цвет. Насыщенный, глубокий. Прям с блестюшечками. Какой ник у Олсона в инсте? А сейчас скинут прям, жена найдет и скинет ссылочку на Джимми Олсона прям в этот чат. Как удобно, да, когда так можно делать?
Артем, ждем хорошей езды в следующие выходные. Mm-hmm. Не только от Артема мы ждем хорошей езды. Мы ждем, самое главное, чистой и аккуратной езды, потому что, чтобы больше без падений. Вышка прошла все равно как-то так, напряжно, так скажем. Парни попадали, парни потравмировались. Дмитрий Соляников стоит, опершись на тюки. И не надо больше не падать, не травмироваться. Хватит на этот сезон уже с лихвой, блин, на 5 лет вперед нападались. Спасибо большое, Артем Бурмистров. Это, наверное, тетя, нет, Антон, это Андрей Болельщик и Шадринск. Очень странно, что Андрей Болельщик и Шадринска с ником Елена, Елена. Да. Ну ладно, так бывает, знаем, что у кого какие там семейные ники, аккаунты под кем зашли, под кем и пишут. Кто-нибудь оформлял визу в этом году? Есть сложности? Максимально большие сложности сделать визу в этом году. Причем, чтобы въехать нам сюда, в Россию, проблем нет. Чтобы нам выехать из России, выехать куда-то, проблемы есть. Вот Дмитрий Соляников. Смотрим, Дмитрий Соляников, небольшая разминочка. Руки-ноги размял, красавчик Димон. Знаем, что есть у нас поддержка у Дмитрия Соляникова. И среди боксеров в Шадринске. Может быть, где-то ходит, занимается в зал. Надо будет поинтересоваться. Вот, а с визами проблемы большие. Все страны закрыты, и попасть в Европу сейчас. Там Турция, не знаю, Турция, наверное, без проблем. А в Европу попасть, там надо спортивную визу. Официально оформленный, ну, сложно. Лукас, what happened? Лукас. No, I... Что случилось? Got the... Ниппель. Without air. Without air. I see you. Was... Да, точно, говорит, типа, кончилось. Second lap or third lap? Yeah. It was no pressure in tire, and it was like, oh, I cannot, you know. Yeah, understand. Да, он говорит, кончился воздух, yeah, говорит, не было компрессии в переднем колесе, это, говорит, видел. И я прям чуть не завалился на этом колесе, доезжал уже на спущенном колесе. Все-таки Ниппель провернул, поэтому меняли колесо. Да, это, говорит, очень был близок к падению, говорит, ты очень счастливый. Он говорит, да, это было очень близко к падению. Аккаунт супруги, да, спасибо, Татьяна. Ну, в общем, там Джимми Лоусон чем-то недоволен. Даниэль Хендерсон стоял только что в черной шапочке, в черной курточке. Стоит, значит, с ним все в порядке. Рецидива старой травмы не произошло. Ну, тоже интересно, надо поговорить с руководителем. Может быть, такие же телевизоры ставить? Прикольная же штука. И спортсменам удобно, и все понятно, и все, где что и как. И тут же паузы ведутся. Прикольно. Дима реально занимается в одном из залов бокса. Ну вот видите, нет, я ну как догадался, мы общались же в Шадринске с товарищами, с друзьями Димона, по вере. Вот, как бы там про бокс дело шло, и про школьные годы дело шло. Оказалось, что учились в параллели в одной школе. Вот. Спасибо. Видимо, в этом году поездка в Европу отменяется. Очень сложно. Если Антон Иванов у вас получится, будем искренне рады. У нас как-то вообще с этим прям сколько не пробовали, нифига не получается. Если найдете методу, можете написать в группу. В личные сообщения группы будем признательны. В Вятских Полянах прошло все ок. Ждем всех к нам в Новосибирск на финал вышки 6-7 марта. Финал вышки, да, в Новосибирске будет интересно. Кстати, надо тоже поговорить с Серегой Караченцевым, как там сегодня так ехал, не сильно уверенно. Что-то может или с техникой, или сильно не рисковал лишний раз. Как, что он скажет по этому поводу? Olsen an Jasper, an Harry und an Vadiv, genau. Danke, schaut scharf du auf. Ja. No, normal ist unser Navigator der Rainer, wir schauen scharf. Er gibt immer ein, scharf. Schnellste Strecke no, mit Feldwege. Ja, also auf alle Fälle waren die Straßen hier ja so. Autobahn war da gar nicht dabei. Ждем, пока почистят лед, когда начнутся полуфиналы.
Франц Майбюхле разминает руки. Харрель Симон сидит. Все сидят, все ждут. Джимми Олсен, да, на горизонте? Сидит с 8 номером. Да-да-да, переднее крыло Мегалады. Успел в Инстаграме записать видосики. Посмотрели, кстати, видосики в Инстаграме, да? Ша Шпици. Danke, Walter. Endlich ein Spezi. Spitze. Ich bin so durst. Walter Schnitzbauer, без Spitze, никуда. Spitze, это прикольный напиток, мне понравилось. Danke, Walter. Кстати, Костян, надо Шпицы. Будет дорога в Европу. Вот, смотрите, Дмитрий Бурлевских стоит с Даниэлем Хендерсоном. Это, по-моему, был первый европейский гонщик, когда Дмитрий Бурлевских, с которым Дмитрий Бурлевских работал на чемпионате мира. Парни стоят, общаются. Так, сидла, это действительно Шпицы. Шпицы, тот самый напиток. Прикольно, прикольно. Надо Шпицы, да. Он прям, прям прикольно, мне он понравился. So. Ну что, где звуковой сигнал? Okay, okay. Финны уже пошли мотоциклы укатывают грузить. So. Осталось два полуфинала. Хендерсон по-прежнему. О чем-то там разговаривает. Карамбаль, наверное, обсуждает прошлое. Прошлый день. Димон показывает максимальный уровень владения английским языком. Все по красоте. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder auf. Ребята стоят, so, какие-то бородатые. Скорая помощь стоит. Все ждут, когда чистка льда закончится. Ja, Spezi, ладно, Spezi. Тоже пока что слушаем метрошум, ждем. Я бы so einen Dusch gehabt jetzt, wo es da immer liegt. Ну, так, на Саверия Ведянова. Похоже, Ваня Большаков передним колесом вчера немного заехал, немного травмировался, жаль. Не похоже, а заехал Ваня Большаков передним колесом. Саверий Ведянов, да, вчера ему сделали небольшую операцию на ноге, зашили. Сегодня Саверий Ведянов был замечен в закрытом парке. Вот. Не знаю, сезон, наверное. Не знаю, закончит, не закончит. Желание у парня есть выступать. Как пойдет, покажет время. Восстановление. Сколько займет времени, непонятно. А так, да, травма была. Ну да, вчера еще мы подключились к шадринским спортсменам, юниорам в прямом эфире в Инстаграме. Пока общались, тут же Савелия Ведянова подключили к нам в эфир в Инстаграм. Пообщались с Савелием Ведяновым. Он уже сидел в номере, в гостинице, кушал пиццу, улыбался. Рассказал, что, говорит, да, так было. Там плотно заезжали, что Ваня в него въехал. Поэтому спортивный момент. Да, кстати, там он же сам в Инстаграме не опубликовал. Мы сделали скриншот с Инстаграма, мы тоже опубликовали. Антон, Бобин и Калемкин завершили карьеру, что ли? Не, ну, Бобин Вова, он на мотокроссе гоняет за Северную Лигу последний сезон, точно гонял. Вот, на ледовом спидвее. Надо спросить у Вовы, есть у него желание или нет, но два года назад он говорил, что в следующий сезон не выезжает, потому что надо пересмотреть, что он сказал, чтобы не наговорить лишнего. Но интервью в группе у нас есть, мы у него брали интервью, он там подробно все рассказал. Вот. По Калемкину Константину предложение не поступило. Я думаю, если бы Костяна позвали, Костян бы с радостью поехал где-нибудь. Они же все хотят гонять снова и снова. Да, видели травму у Саверия Ведянова. Ну да, травму видели. Я говорю, главное, что Саверий Ведянов не отчаивается, улыбается. Значит, все в порядке будет. Там и Ваня Хужин сказал, что давай, говорит, Саверий, место, говорит, в больнице есть, пригоняй. Кровать выделим тебе. Саверий посмеялся, тоже был в прямом эфире Инстаграма. Поэтому все нормально. Савелий боец, все бойцы, кто выезжает, все бойцы молодцы.
Ну, полуфинал начинается. Дмитрий Соляников на красной дорожке должен сейчас выезжать. Ждем. 13-й заезд. Девушки стоят, ждут. Мужчина на льду, когда появится на мотоциклах. Мужчина на льду на мотоциклах пока не появляется. И вот тот товарищ с телефоном стоит, снимает. Он явно не снимал, не спортсменов. По-моему, начинает опять потихонечку моросить дождик. Не очень хорошо. Бобби на снегоходном транспорте Северной Лиги гоняется. А, да, снова кроссбайк, точно. Вова же там гонял, участвовал. Снова байк кросс. Точно, точно, точно. Но не ладно, давай. Ну, ждем. Все ждут. Мужчина с камерой ждет. Девушки с табличками цветными ждут. Судья на старте ждет. Мужчина на мотоциклах появляется. Первый всегда стоя. Из закрытого парка выезжает. На мотоцикле. Ждем остальных. Ну, где же остальные? Лукашков появляется. Я Фанка Люфт не Ник. Шап появляется в желтом нашлепнике. И вот это Франц Франц Майк Гюхля в белом нашлепнике. Лидер явный. А остальные могут побороться. Лукашков, Франц Майк Гюхля, Ник Шап. Вполне кто-то из них может доехать в финальную часть соревнований. Ну, наверное, еще послабее будет, но при Соляников спокойствие, само спокойствие человек поправляет. Делаю резкие стартовые позиции. Со старта видно не очень. На вторую позицию Лукаш Кубла перемещается, третий Ник Шап, только четвертый Франц Майя Бюхля. Не было видно, что произошло на вираже. И борьба, смотрим, Франц Майя Бюхля перемещается на третью позицию. И по внешке поехал догонять Лукаша Кубла. А Дмитрий Соляников на целую прямую уже уехал за один круг. Уверенно лидирует Франц Майя Бюхля, будет называть позицию Лукаша Куклы, меняет траекторию. Куда поедет Франц? Франц поехал широко. Лукаш Кукла грамотно защищается. Франц Майя Бюхля поздно открывается. И Соляников уверенно лидирует. Франц, фигу! Дорожкой Лукаша. Уютный вираж, смотрим. Лукаш перекрывает траекторию Францу. И, ох, как рано закрылся Лукаш Кукла, но на поле выгодно победить Соляников. Финал проходит. И здесь, ох, Франц Майя Бюхля все-таки, ох, прорвался финал. Лукаш Кукла на последний вираж пропустил. Была вроде бы выгодная позиция для защиты. Но Франц Майя Бюхля открыл ручку газа и проехал в финальную часть соревнований. Соляников и Франц Майя Бюхля в финале. Лукаш Кукла и Ник Шап гонку заканчивают. Супер! Да, молодец Франц, поборолся. Лукаш Кукла, конечно, недоволен. Видит, покачивает головой. А Ник Шап доволен. Неплохо провел гонку молодой голландский гонщик. Good Франц, yes, very good. So, zweites Halbfinale. И Джимми Олсен, передай Инстаграма, Яспер Вема, Вова Фадеев, Карл Симон, Владимир Фадеев красный, Карл Симон синий, Яспер Вема белый, Джимми Олсен желтый. Подъезжает мужчина с камерой. Джентльмен пропускает девушку вперед, наверняка, чтобы пойти сзади. Оценить кадр. Провода. Камера закинута на плечо.
сделали, все поправили. Я на карте смотрю, как будет круги. И поехали. Старт очень плотный. Владимир Фадеев, ох, подбросил Джимми Олсона. И на выходе из гаража Харальд Симон переместился на вторую позицию. Джимми Олсон третий. И Вема только четвертый. Владимир Фадеев захватывает лидерство. Вова оглядывается по Владимиру Симона. И Джимми Олсон пытается приблизиться к Симону, но чтобы какие-то проблемы значит, уже и Вема приближается к Джимми Олсону. Снова Вова Фадеев увидел Вова, где едет Симон. А Джимми Олсон открывает ручку газа и приближается к Симону. Смотрите, снова сейчас раз. Джимми Олсон по внешке. Боится только там цепанул и все, по внешке едет. Последний круг, если не ошибаюсь. Зеленая шапочка. И Джимми Олсон пытается атаковать позиции Харальда Симона. На расстоянии атаки Гарри закрывается рано. Очередной гараж и встречаем финиш. Фадеев, Симон, Олсон. Супер! И только четвертый Яскер Вема. Но Джимми Олсон, да, сократил такое расставание большое. Молодец. Молодец, Джимми. Владимир Фадеев, все уверенно, все по делу, все четко. Будет ли сейчас чистка льда? А может быть уже там какая-то жеребьевка в закрытом парке прошла? Нет, жеребьевки пока что не было. Но... Итого. Йо Сайтра, последний в этом 12-й Бенедикт Мон, 11-й Мика Едценен, 10-й Михаил Кнап, 9-й Ник Шап, 8-й уже точно Джимми Олсен, 7-й уже точно Яспер Вема, 6-й Франц Майя Бюхля еще поборется, да, и может быть вполне возможно объедет Лукаша Куклу, увидим. Будет чистка льда или не будет чистка льда? Говорят по-немецки. Дмитрий Соляников, 15 баллов. Приятно видеть. Владимир Фадеев, 14 баллов. Тоже молодец, Вова. Вопросов никаких нет. Вот сегодня никаких вопросов по стартам не было. Тут показывает специально девушек для Артура Сабирова. Тут показывает, что в будке охраны никого нет. Сумочки стоят, дверь не закрыта. И охраны нет. И мужик в капюшоне, шапочки на все глаза, не привлекающих внимания. Стоит мусорка. Красный пакет мусорный. Металлоконструкции. Крупным планом для Артура Сабирова. Девушек показали. Высказали ему тогда. Тогда недавно немцам. Немцы нас услышали. Пошли вдоль забора куда-то. Почему? Какими путями идем? Непонятно. Посмотрели, что минвата лежит. Можно. Дом утеплить будет раскатистой походкой, о, там мандаринка лежала на полу. Вот такая вот здесь система безопасности. Тюки прям дофига. Что там стоят ребята и смотрят. Похоже, скрыли лед в одном месте. Ну вроде же все неплохо ехали. И тут смотрят опять лед. Но остался один заезд, я думаю, стоит дать заехать. Или переживает. По-моему, уже полуфинал неплохо проехали. Показывают плитку тротуарную, такая же, как в России. Грязь, колени Симона, чей-то зад, Вальтер Шнитбауэр. Картинка очень часто меняется. Показывают лед. Пошли смотреть лед, похоже, какая-то большая ямина есть. Блин, у наших ребят знают, как объезжать ямин. Остался один заезд, серьезно, что ли? А, нет, у них там вода бежит откуда-то. А, там, скорее всего, прорезали трубу, систему охлаждения, наверное. И сейчас из холодильника хлещет фреон. В финале. Скорее всего именно так, потому что целый консилиум там собрался посмотреть, что происходит. Я думаю, сейчас можно смело уже отключить холодильник, дать парням доехать. Но хотя если компрессия есть, то фреон все равно будет плескать.
Интересное дело, ни разу не видел, чтобы холодильник распилили. Это да, это да. Мои бюхли красиво, хутлу не хватает на весь заезд почти всегда. Да, согласен, Павел, наши как всегда впереди, да, супа, железный Гарри в финале, красавчик Гарри. Наши спортсмены, европейские гонщики, любители. Девчонки замерзли, лучший комментатор. Холодильник потек, на картинке фонтанчик. Антон, ты как Акын, что вижу, а там пою. Ну, так и есть. Это же нерв, да? Стоят и ржут, говорят, мы, говорит, полякам холодильник сломали. Самогон. Пусть обратно вернется. Кто вернется, не понял. Охренеть, агрегат с паролем. Ну да, неожиданно. Не, ну не должен так прям. С лопатами пошли. Пластиковыми лопатами пошли ремонтировать холодильник. Ребята, надо скотч брать. Вы что? Не знают. Вот поляки, да. Не знают, что холодильник без скотча не отремонтировать. Эх, всему учить надо. Сейчас немцам смс-ку напишем, что еще и грязными ногами пошел по льду, прошел. Тетя Зоя уборщицы на них не хватает. Она бы им высказала все как полагается. Так в целом лед, смотрите, достаточно неплохой. У нас гораздо хуже после 4 серий заездов лед бывает. Тут какие-то точечки есть, но вот холодильник зря сломали. Да, интересно, кому счет выставят, застрахован ли был холодильник. Но немцы поржали. That's cool to hear. Все, починили пластиковыми лопатами или закопали. Непонятно, как они там хотят ремонтировать лопатами холодильник. Race and have fun. That's cool to hear. Thank you. Очень интересная система. Ну, смотрим, ждем, чем дело кончится. Изоленту синюю надо, синюю изоленту, да. Сразу видно, вот ребята шарят, как ремонтировать. Без синей изоленты делать нечего. А они с красными лопатами пошли. И без синей изоленты. Ну кто так делает? И вроде гонка-то, вот остался один заезд. Ну подумаешь, холодильник у вас потек, пусть бы он там брызгал фреоном. Не нанесет колоссального вреда экологии. Смотрим, ребята с красными лопатами уходят. Они, наверное, перекрыли. Фреон перестал течь, они закидали то место, где было это. И сейчас там каша-малаша. Кто туда заедет, тот познает темную сторону. Да. Как-то в Лоховицах было, тоже яма была. Краской намажьте и поехали. Да, и в Берлине также было. Последний командный чемпионат мира, который проходил, там просто обвели красными линиями места, куда заезжать не стоит. Скотч надежнее. К нам их в Каменск снег чистить лопатами. Тоже неплохо. Эх, Европа, бежала жидкость, она. Все уже стоят, все уже улыбаются, все уже переоделись и домой хотят. В финале лайнап. Пока что не определен, кто по каким дорожкам поедет. Странно. А что они... А, они... Да нет, жеребьевку что мешает сделать? Сделали жеребьевку и все. Иван Иванов стоит, с кем-то разговаривает по телефону. А, Бенедикт Мон. И скорее всего сейчас он звонит Костяну или Ханса. Мика Ецанин в очках уже переоделся, уже уносит комбинезон в машину. Мотоциклы уже укатили. Лайки растут. 205 уже лайков. Да. Прикольно. Спасибо. Du was sagst, also wirklich, den hat er sich erkämpft. Den hat er sich erfahren. Жирковилд. Und ich hab's gesagt, wer ein Statik vorne ist, habe ich gesagt, der Franz wird Zweiter. Habe ich gesagt, ist er hier alles wieder belegt. Okay. Проголодался. Und nachher... Молодец. Hast du schon gesehen, wie er ihn hergerichtet hat? Uwe, туда теперь надо. Заварит. Точно. Да. Wirklich wahr. Ja, genau, mit Hirn. Mit Hirn gefahren, das ist das Wichtigste. Нефрион, охладоноситель, рассол. Но, извините, я не настолько разбираюсь в холодильном оборудовании. Наверное, вам виднее. Там он электричество сматывает, убирает удлинитель, перетягивает удлинитель. Уве тогда за нефиг делать, отремонтирует. Жаль, конечно, что Уве не приехал на чемпионат Европы. Димон Брюховских идет. Все стоят, все ждут. Никто не понимает, почему все еще нет синей изоленты, либо скотча.
тут уже вообще никого не осталось, кроме Владимира Фадеева. Одного под навесом оставили мотоцикл. Вова Фадеев там стоит с Францем Майбюкле, с Харальдом Симоном. Там жеребьевка будет сейчас. А, наверное, уже была жеребьевка, ну или их призвали на жеребьевку. Стефан Свенсон won the Swedish Cup. Very great. Ага, Стефан Свенсон, только что сказали, что победил на Кубке Швеции. Новый чемпион Швеции Стефан Свенсон. Да, дяденька дает жару. А сколько ехать из Польши до Тольятти на машине? Смотря на какой машине, ну, сколько? День? Два? До Тольятти? Два? Два дня, я думаю, да. Можно доехать 2-3 дня. Там в зависимости от границы, в зависимости от всего. Бенедикт Мон пошел с Иваном Ивановым. Костян, значит, все хорошо. Красный Volkswagen слева мы видим. Там Мика Яценин на красном фоне. Белый мотогонщик. Наверное, это его буз. Ох, смотрим, размотанный мотоцикл Даниэля Хендерсона. Да, там работа предстоит колоссальная. Даниэля Хендерсона, конечно. Страшно посмотреть на мотоцикл. И как повезло Даниэлю, что меж двух мотоциклов, блин, ему прилетело крайне мало. И смотрим, жеребьевка. Только что была, не показали, кто каким. Так, сейчас посмотрим у голландских друзей, что они у нас говорят по дорожкам, по жеребьевкам. Да, уже есть. Соляников красная, Фадеев синяя, Харальд Симон белая и Франц Майбюхля желтая. Загружает мотоцикл Даниэля Хендерсона. Кто-то что-то фотографирует. Все уже разъехались, уже вообще никого не осталось. Болельщики ушли, наверное, думают, гонка закончилась. Холодильник сломали, но не дай бог они поедут с холодильником сломанным, это же непорядочно. Это же урон экологии будет нанесен. И по дорожкам показывают. Да. Только что мы, ну, в принципе, на сайте bansport.nl, там все это тоже есть. Все показывает, все отлично. Но... Да, чемпионат Европы проходил быстрее. Здесь какие-то непонятные паузы, чем вызваны, что, как, для чего, почему. Микшап, привет всем. Стоит с маркером, карточками, ждешь, что они будут брать автографы. Вчера был не мой день, сегодня мы сделали хорошую работу. Сегодня было лучше. This is, наращивай мускулы, говорит. Говорит, да. А у меня есть карточка. Ну да, нам карточек Никошапа только не хватало. Не, мы сами как-нибудь попросим. Надеюсь, чемпионат мира в Голландии пройдет. И тогда мы там запросим много-много всего. Карточки, сувенирная продукция, шапку с чеха сдернуть. Все это придется делать Жене Стасюку. Бедный Женька. Вот написано, без маски не входить. Дверь открыта, никого нет. Сумки стоят. Ну где безопасность? Халатная ответственность к вещам. Металла конструкции. По дорожкам красная дорожка сегодня самая рабочая. 24 балла по красной дорожке привезли. 21 по синей, 23 по белой, 16 по желтой. Эх, ну все, девушки ждут мужчин. 15 заезд, судья ждет мужчин. Мужчина с камерой снимает фронтальную часть девушек. Все готово к финальному заезду. Антон, с Уфы до Краснодара ехали 2100 километров 2 дня. Ну, мы также, мы 2,5 дня доезжали. Но не до Краснодара, ну, 3 дня мы доезжали до морей. До Крыма 3, там 2,5 до нашего побережья. Сочи. И все такое. Сейчас скажут, Россия холодильник сломали. Ну да, счет выставит. Эти могут, или на самом деле могут.
качество картинки упало, конечно, же, сразу. Все было прекрасно. Главное, чтобы не останавливались. Дмитрий Саляников, как всегда, стоя. Владимир Фадеев. Даже сидя лучше Дмитрия Саляников, стоящего на мотоцикле. Рацкая дырка. На желтую дорожку качество картинки улучшилось. Спасибо. Харальд Симон. Ну хорошо, ну да ладно. Я думаю, что мы увидим, узнаем. Осталось минутка, надеюсь. И все будет хорошо. Солянников, Фадеев, Симон, Майбург. Финальный заезд. Пунктом Майбург. Самый. Поехали. До старта Дмитрий Солянников с красной дорожки уезжает вперед. Владимир Фадеев на второй позиции, но Симон атакует позиции Фадеева. Франц Майбюхле четвертый. Ох, подбросило Фадеева. Ох, Симон его так жестко-жестко бортанул. Переместился на вторую позицию. Вова Фадеев с этим согласен. Выезжает на Рору Владимир Фадеев, но что-то там его подсорвало. Там где-то сломанный холодильник проезжает. Вова Фадеев по внешке пытается объехать Симона. Симон попытался придавить Вову к бортику, не получилось. Вова ручку газа не закрыл и объехал Симона. Прям так не закрывая ручку газа, Вова молодец подержал. Но Солянников Дмитрий уезжает слишком далеко. И смотрим, Симон тоже не собирается сдаваться. Оглядывается налево, направо Фадеев. Увидел, где Симон последний круг. Последний круг. Дмитрий Солянников оглянулся. Увидел конкурентов. Вираж перед финишем. Симон будет рисковать, это 100%. Дмитрий Солянников первый, Владимир Фадеев второй, Харальд Симон третий и Франц Майбюхле четвертый. Вот так вот. Все. Дмитрий Солянников, обладатель Кубка Санака. Ключи от города можно его тоже вручать сразу. Почему нет? Я думаю, на этом трансляцию можно смело завершать, потому что эти ребята, ну, хотя могут показать награждение, пустят их или не пустят. Круг почета кто-нибудь будет делать. Владимир Фадеев поехал на круг почета. А Дмитрий Солянников уже уехал в закрытый парк. А нет, Дмитрий Солянников. Дмитрий Солянников сказал, что это земной поклон, если я не ошибаюсь. Вова Фадеев на заднем колесе приветствует публику. Дмитрий Михайлович подходит к мотоциклу. Вова Фадеев на заднем колесе. Польскую публику. Danke, Thomas. Мама. Включили уже сигнализацию. Говорит, Вова, остановись. Остановись. Дмитрий Солянников помогает Дмитрию Гриховских укатить мотоцикл. И Владимир Фадеев последним. Я с первым тут же стоял, смотрел заезд. Все, пошли, не знаю, церемонии награждения будем смотреть, не будем. Дмитрий Солянников первый, Владимир Фадеев второй, Харальд Симон третий. И как раз трансляция тут же подвисла, она тут же отвисла. Поэтому, ну, давайте пока так посмотрим, чем это дело закончится. И снова подвисла. Ну ладно, сейчас уже не страшно, сейчас мы уже знаем результаты. Поэтому сейчас уже не страшно. No problem. Tue ich das well, machen wir noch die Siege und dann ist es Feierabend. Ja. Was? Danke. Merci, Mama. Super Sendung. Genau. Ja. Haben Sie Batzig da? Thank you.
Ja. Wir haben Majors Cup in Tarnok. Thanks Camilla. You drive safe home, thank you. We try. Give all the best. Danke, Patricia. Schauen wir mal, wann die kommen. Oczywiście prosimy Państwa o to, żeby Państwo zostali jeszcze z nami za momencik. Runda honorowa najlepszych zawodników. Trójka, którzy tutaj naprawdę zaprezentowali się z znakomitej strony. Dimitri Solianikow, który zajął dzisiaj pierwsze miejsce. Władimir Fadiejew miejsce drugie i Harold Simon miejsce trzecie. Runda honorowa i za momencik dekoracja zawodników. Oczywiście prosimy Państwa, żeby Państwo zostali, bo już za momencik zaprezentuje się trójka najlepszych. Już widzimy, jest samochód, już jest laweta, która odwiezie dookoła Sanowskiego Toru trójkę najlepszych zawodników. Przypomnę, Dimitri Solianikow, zwycięzca dzisiejszego turnieju Puchar Burmistrza Miasta Sanoka. Drugie miejsce zajął Władimir Fadiejew i miejsce trzecie Harold Simon. Aha. Hat der Pepper auf dich hier. Das ist doch auf dem Lastwagen, kennen Sie nicht aus. Ja, der Fertige. Gratulation, Harry. Sau geil. Dankeschön. Alter Mann, gut gemacht. Gut gemacht. Congrats. Thank you. Congrats. Netza, schaut's her. Schön. Congrats. Ну да, как тут не сказать. Заставили парня залезть на эвакуатор. Показать, что вот у нас есть эвакуатор, и мы можем возить на нем. Парни красавцы стоят. Дмитрий Солянников. Красивые белые очки с золотой заплаткой. Поехали. Здесь ты лос. Финтагонит. Арка цак. Да-да. Что же мы видим, что ждем, непонятно. ADAC, Hauptsponsor, keine Ahnung. Что-то, короче, непонятное происходит. Парни туда-сюда уже два раза сходили. Эвакуатор пока что все еще их не везет. Счастливое, светлое будущее. Гарри что-то пытается объяснить Солянникову. Что-то Гарри там пальцы загибает, считает. Да, молодой. Владимир Фадеев, Харальд Симон, Дмитрий Солянников. И желтый эвакуатор. Поехал, поехал эвакуатор. И даже оператор к ним туда залез. Ну, поприветствовать публику. Алло.
я думаю, все ради этого. Владимиру Фадееву нужно будет пригнуться, наверное, потому что стартовая ленточка снята или не снята. Непонятно. Какие? Типа. Или Гент. Механика Рады Симона. Das sind eh schon drei Viertel der Leute heimgegangen. Ich muss noch eine Scheibe fahren. Ну и конечно, как только гонка закончилась, сразу солнышко выглянуло. Ни раньше, ни позже. Результаты гонки хорошие. Сломали полякам холодильник. Наши победили. Все как полагается. Да. So, sehe ich gerade die Frau vom Harald Simon, die Olga, die ist glaube ich auch zufrieden. Olga, bist du zufrieden mit deinem Mann? Heute ja, oder? Er hat sich nicht hingelegt, das ist super. Sau gut heute, top. Greetings to Finland und ins Lungau. Jetzt haben 1% gegangen. Bardzo ważne było to, że 8 lat trzeba było czekać na to, ażeby Sanok ugościł najlepszych zawodników, tak jak powiedzieli panowie marszałek i pan burmistrz. Ale ważne jest to, że wielkim zainteresowaniem kibiców cieszyły się zawody wczorajsze, jak i dzisiejsze. Także panowie, krótka refleksja na temat tego. Warto było? Zdecydowanie, bo to jest najważniejsza wartość. Про музыку я так не понял, что там в чем вопрос, вы скажите, что, где, что отключается, не отключается. Wiem, że z całego województwa pewno i spoza widać było to po tablicach rejestracyjnych. Dlatego, że tego typu imprezy mają się odbywać dla kibiców. Powiedzmy sobie szczerze, bardzo się cieszę z tego, że tak dużo osób zechciało na żywo pooglądać te zawody. Сейчас будет забавно, если их привезут на то же место и скажут, спускайтесь. И теперь пешком в центр. Это прям будет, да, самое эпичное, что только может быть. Эвакуатор едет. Ta rzesza kibiców, która dotarła do Sanoka, pokazuje, jak dużą wartość stanowią takie zawody międzynarodowe. Naszych parniej. Dziś jeszcze również zapraszam wszystkich Państwa na kolejną imprezę sportową. Nasz sanocki klub STS Ciarko Sanok rozgrywa mecz. Центр. Идем. Тут у каши не проедет, забуксует. Погратулируем еще раз заводникам, которые сейчас швентуют тут в Саноку и принесли нам много эмоций. Катать пока их не качает. Дякую вам. И тройка бохатеров уже перед нами. На почету съездили, да, остановился лучше ближе. Парням идти теперь гораздо ближе. Покатали парней на желтом машине и веко. Гарольд Симон поправляет свой фирменный, мне кажется, сколько гонок он проехал, этот платочек, как он называется, бандана. Już panowie się ustawiają tutaj i rozpoczniemy dekorację trójki najlepszych zawodników. Ну все уже, ну уже надо награждать. Даже человек с красным микрофоном в красной шапке уже готов. Девушки специально для Артура Забирова. Trzecie miejsce. I to samy kubek Marasana. Harold Simon. Harold Simon, wielkie brawa. Harold Simon. Trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach. Nagrodę wręczą. Zarmienia organizatora Maciej Polny i Janusz Specjalnie, Steliga. Он, потому, Maciej Polny, красивые, Janusz все. Steliga i Kubki Harold Kubki wręczają nawet больше, чем на чемпионате Европы. Oczywiście, brawa, brawa. Brawa, brawa, ja. Marasana, значит, Super. Не такой жадный. Drugie miejsce. Красивые золотые кубочки. Харальд Симон третий. Владимир Фадеев, другое место. Вылил воду. Владимир Фадеев, второй Россия. Поприветствовал Гарри крепким мужским рукопожатием. Второй пакет с лопатой и топором. Вот у Владимира теперь два топора и две лопаты будет. Вот это счастье. Вручает ему тоже кубочек от мэра Саннака. Мужчина, может быть, это мэр Саннака, приветствует, что Владимира, что Гарри, пожал руку. Что-то говорят. Димитрия Сульяникова
Дмитрия Сальникова вызываем на подиум, российский флаг на телевизоре крупным планом, все как полагается. Дмитрий Сальников, обладатель Кубка мэра Саннака. И смотрите, девушка вручает ему все это. Дмитрий, как порядочный мужчина, не прикасался, да, и вручает большой, самый большой кубок. Кухар, очевидно, гратуляции за позаславы. Самый большой, да, он больше даже, чем кубок чемпионата Европы, мне кажется. Фотография, общая фотография для всех. А где мэр Саннака? Наверное, все-таки вот этот мужчина. Да. В очках, которые с Гарри стал. Наверное, есть мэр Саннака. Общая фотография. И прямой эфир заканчивается. Ну все, всем спасибо. Всем до скорых встреч. Все, да, теперь точно все, он закончился.